Так. Сегодня у нас будет наша традиционная рубрика новостей еженедельные. И начнем мы сегодня с такой, я бы сказал, достаточно легенькой новости от Радио Свобода. В частности, вот они сообщают, что скоро, через каких-то 20-30 лет, у нас может быть климат как на востоке Украины и на юге России. Будут расти виноград свободно, арбузы и минус 1 месяц зимы. Что, конечно же, не радует, особенно на фоне этой самой приближающейся зимы и осени. Министерство природы Беларуси опубликовало вот такой отчет. Агроклиматические зонования территории Беларуси. Ну вот, значит, они пишут, что с 1989 года у нас идет уже активно изменение климата и потепление. То есть за этот период у нас уже вместо 3 стало 4, по сути дела, таких агроклиматических зоны. Вот если раньше в Беларуси отмечалось 3 агроклиматичных зоны, то с 1989 по 2015 их уже стало 4. И приводит такие вот данные, что среднегодовая температура с 1989 года выросла на 1,3 градуса выше климатической нормы. В 2015 году превысила уже аж 2,7. То есть уже, да, теплеет у нас все. И приводит такое, что в 2041-60 годах при среднем сценарии может потеплеть на 1,6 градус летом и на 2,4 градуса зимой. Осенью, зимой может стать больше осадков, а лето стать более сухим. При жестком сценарии может произойти, вот как тут пишет, увеличение на 2,3 градуса в среднем выше нормы летом и на 3,1 зимой. Так что да, такие данные приводит Радио Свобода. Привет, в чате у нас тут пишут. Будет комендант, Серж пишет. Нет, у них сейчас на скрепах идет, насколько я знаю, запись программы. Буквально перед новостями вот заходил сам на их стрим. Опять заблокировали на скрепах стримы. То есть, ну, YouTube уже как бы давно демократичностью не отличается. И даже фильмы с лицензией Creative Commons все равно блокируют. То есть Алексей полагался на права, на законность, так сказать, запустил фильм с лицензией Creative Commons, что, так сказать, ну, YouTube же не заблокирует. А они вот взяли и влепили. Влепили бан, насколько я понимаю, опять 90 дней, наверное, будут без стримов. Поэтому я сказал о том, что пусть записывают, так сказать, офлайн передачи. Вот Мефисто пишет: я часть тех сил, что без числа творят добро, всему желая зла. А это из Фауста, кажется. Так, ага. Ее Мосфильм блочит. Тогда они свои там права заявляют. Ладно. Перейдем тогда к следующей новости, а то я как бы и новости читать и чат одновременно не могу. 2 экранов не хватает, надо 3-й монитор скоро подключать. Вот Георгас еще пишет: ерунда, климат начали мониторить лет 60 назад. Так то цикличность смены климата в 20-30 лет это нормально, и через лет 20 может быть как раз наоборот похолодание. Да, и такую версию я, кстати, тоже слышал. Поэтому тут непонятно. Одни говорят вообще, что глобальное потепление это некая такая фальсификация, то есть наоборот период наступает снижение солнечной активности. Но кто прав, кто виноват, как говорится, судить не будем. Посмотрим по ощущениям, что там у нас будет. По крайней мере, по Витебской области кое-что наблюдается интересное. Например, я хотел бы по той же Орше. Лето становится все более прохладными, скажем так, и а зимы все более теплыми. Да, по поводу влажным я бы не сказал, но как-то холод и тепло, и влага, оно как-то распределяется по всем 12 месяцам, по всему году. Получается, что каких-то теплолюбивых, чего-то теплолюбивого и вырастить нельзя, но что-то, что должно прилежать всю зиму под слоем снега, и тоже нельзя. Не знаю, как правильно называется такой. И с зимами тоже. Например, да, это декабрь скоро вообще зимой перестанет быть практически. То есть, ну, декабрь, ты заметил, последние годы стал какой-то такой сырой, слизкий, вот типа как ноябрь какой-нибудь, там плюс несколько градусов, то снежок выпадет, то растает потом. Ну, такой практически не зима вовсе. Только после Нового года начинает вот реально морозы жарить там в январе. И, кстати, зима какая-то затяжная становится. В феврале холод, даже в марте мороз бывает сильный. Меняется климат, однозначно. Оно все идет как-то неравномерно, оно резко, потом как выцелит температура, и сразу отрицательное имеется в виду. И самое интересное, что еще придется, и потом и скользишь по этому, по всему, повсюду. Начинается, и причем никто даже не убирает это. Ни песком даже посыпать не может. Ну, это уже немножко отвлекся так, но... Да, к сожалению, что-то народа нет, пока я вот буду новости читать. Так что, если что, ребята, в чате там сильно, как говорится, не обижайтесь. Ну, не могу я одновременно видеть и чат. У меня чат закрыт вторым браузером, поэтому я буду периодически заглядывать, смотреть, что там у нас пишут. Так у нас людей тут мало, в студии, так сказать, да. Чтеца у нас чата тоже нет, который мог бы мне его зачитывать, что там пишут. Так что, ладно, давайте. Следующая новость у нас. Ученикам минских школ запрещают красить волосы. Некоторых минчан не очень устраивает запрет на цветные волосы у детей в столичных школах, пишет «Спутник». Родители не понимают, как яркий цвет волос негативно влияет на учебный процесс. Почему школа берет на себя право запрещать то, что разрешили родители? Учительница передала требования администрации, а дочь говорила, что и завуч приходила... и социальный педагог, и они все что-то выговаривали детям. Это совок какой-то, говорит Юля. На сайте школы есть раздел о деловом стиле одежды, но там речь идет только об одежде. Никаких иных требований к внешнему виду детей не предъявляется. Ну, на самом деле, да, попахивает каким-то совком, но, к слову сказать, это как бы не является особо каким-то уникальным мировым прецедентом. Насколько мы знаем, в школах там... В других странах тоже требования бывают достаточно жесткие, особенно в частных разных школах. В какой-нибудь Японии там не только одежды касается, да, но и внешнего вида. По-моему, в Японии тоже нельзя волосы красить детям, насколько я знаю. Ну, у нас-то Беларусь. Дело в том, что все подобные запреты, это все из той же оперы, что и обязательно нужна вот такая-то форма для мальчиков, вот такая-то форма для девочек. Нельзя носить то-то и то-то, то-то. Нет, просто это кому-то хочется, чтобы... ходили в совковой форме, скажем так. Ну, да, теперь залезь за волосы. Интересно, что будет дальше? Может, нельзя будет как-то ногти красить лаком? Ну, вот смотри. И, может, что еще для мужчин нельзя будет делать? Видимо, там в комментариях человек вот пишет под этим видео, какой-то человек вот комментирует, пишет: осталось только полицию мыслей организовать. Эх, заживем. Ну, это уже не только школы касается, это уже будет это всего. Ну, это как бы, кстати, да. Кстати, полиция мыслей у нас же будет с 1 декабря введена, когда вступит закон о СМИ. Это уже отдельный разговор, но тем не менее. Если я не ошибаюсь, 1 декабря будет в этом году. Вот это и есть своеобразная полиция мыслей. Что ж, почитаем теперь чат. Буду так после каждой новости зачитывать. Значит, вот, на юге Украины типичная ситуация. Так, Вячеслав Дериков пишет: в футбол будем играть в декабре, как в Англии, всем привет. Привет тоже, Вячеслав. Так, вот тут еще тоже пишут: сдвиг имеет место быть, декабрь теплый, а апрель холодный. Да, это настоящая проблема. То есть, ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что декабрь теплый, потом зима отыгрывается. Так, Георгос пишет: в России одну ученицу отстранили из-за крашенных волос. Теперь школа по суду должна выплатить 200 тысяч рублей. Да, такие дела. Так, ладно, вот у нас тут есть еще новость одна. Так сказать, касается и Украины в том числе. Вот, белорусы из Азова приковали себя наручниками к ограде возле администрации президента Украины. Белорусы, которые приняли участие в АТО, приковали себя наручниками к забору администрации президента Украины. Они требуют от властей обратить внимание на проблему отсутствия гражданства у иностранных добровольцев. То есть люди приехали, воевали, а им гражданство, так сказать, не дали. А назад они вернуться тоже не могут, потому что ты знаешь наши законы, то есть им грозит тюремный срок за то, что они участвовали в военном конфликте без разрешения своего государства. Не совсем. Им не то, что тюремный срок грозит, им грозит идеологическая промывка мозгов. Нет, прежде им грозит идеологическая промывка мозгов, особенно тем, кто был на стороне Украины. На стороне ДНР, ЛДНР это сразу на зону. А вот те, кто на стороне Украины, это еще будет отдельный разговор как-нибудь. Там немножко все... Да. Делается вид более дружеских отношений с Украиной, скажем так, в ущерб России. Но это уже отдельная тема. Кстати говоря, что касается Украины, я вот на прошлой неделе был на одном украинском сервере, значит, Discord, и общался там с людьми. Они мне как раз сообщили такую новость, что на следующий день, но это вот тогда они мне сказали, будет, это значит, наверное, в прошлый понедельник, там какие-то выступления под администрацией президента как раз по поводу вот того, что Украина решила, значит, экстрадировать в Россию какого-то чеченца, там, ну, выдать им, который приехал воевать за Украину, воин АТО, и теперь Россия его затребовала, значит, как... Но я, честно говоря, не совсем в курсе этой ситуации, но вот они мне так вкратце рассказали. То есть он воевал за Украину, а Россия теперь подала, что его там, значит, вернуть и судить. И Украина вроде как собирается его вернуть. Так они там на генпрокурора, значит, наезжают, там собирают митинг какой-то. Такое вот дело было. Так что это как бы не только белорусов касается. Но здесь в этой ситуации нет ничего удивительного, откуда бы кто ни был. Также неизвестно, кто этот человек конкретно, нам неизвестно. Может, он что-то сделал, за что его есть выслать, несмотря на то, что он был со стороны Украины. Но, тем не менее, естественно, просто чувствует не угрозу, не то что опасность, просто недооцененность тех людей, которые защищали Украину от российских ручек недобрых. А теперь этих людей еще... отправляют неизвестно куда и неизвестно во что, поэтому подобное будет происходить и дальше. Окей, хорошо. Да, кстати, вот я хотел еще сообщить, если не говорил об этом, чтобы зрители канала видели. Сейчас мы впервые ведем трансляцию не просто напрямую через канал, как обычно, а с помощью специальной программы Restream.io, которая позволяет транслировать стрим одновременно в более чем 30 аккаунтов разных. То есть сейчас стрим идет не только на канале Серый Кот в YouTube, но он также есть и на канале ВК Лайв, на моей странице ВКонтакте и в Перископе. Поэтому все желающие могут, так сказать, присоединяться и смотреть, поддержать нас. Вот. Так что я, к сожалению, сейчас в чате писать не могу. Тут пишет, войдите, чтобы добавить сообщение. Но я не буду нажимать, то мало ли чего там стрим прорвется. Буду вести трансляцию, так сказать, и буду отвечать вам только голосом в чате. Уж вы, как говорится, не обессудьте, а то я один сегодня, так сказать, и танцую, и пою, и все тут делаю. Больше как бы никто не зашел, у людей пока времени нету. Ну и на других серверах там тоже стримы идут, в том числе и на других платформах. Так, и гостей вот, подчуешь. Что? И гостей подчуешь. Да-да-да, все тут, как говорится, приходится запускать. Так, вот, TVI здесь пишет привет всем. Привет, TVI. Георгас вот пишет, громкая акция, привлекли внимание, теперь им точно дадут гражданство. Ну, надеюсь, что хорошо, потому что все-таки... возвращаться в Беларусь и тут, так сказать, получать проблемы, это было бы не очень приятно. Очень демотивирует. Такие люди потом, я не знаю, у них уже не будет желания никакого, так сказать, возможно, активно бороться. Так, вот, пишет еще Георга. С Алёша ТВ по ролику клоуна из «Наш Гомель» уже обсирает этих ребят. А что там уже и... Вот они там подсуетились, что ли? Уже что-то ролик какой-то сняли. Кстати, до Ватанов мы еще сегодня дойдем. Там много разных интересных таких новостей будет. Тревожных всяких. Так, секунд честный разговор. Недавно русофобией озаботился в новом ролике после поездки в Крым. А в Крыму-то какая русофобия? Крым же они захватили. В чем там дело? Вот. Бендер Вегас здесь. Привет всем, вся мафия в сборе. Бендер, ну какая тут мафия? И тем более куда тут в сборе? А вот только Георгас, тут ТВИ. Еще там вот несколько человек. Роман вот в чате у нас в Дискорде. Людей как раз таки нет. Все где-то отдыхают. Разошлись. Вот они. Да или просто спят. Уже воскресенье, все-таки поздно, да, можно закончить работу. Ну, я изначально как-то планировал, хотел новости в субботу сделать, но тут, видишь, попросили все-таки воскресенье. Но я подумал, да и ладно. Были кое-какие дела вчера, поэтому стрим решил не запускать. Ну и видишь, народ как-то не подошел. Кстати, вот надо выбрать бы наиболее подходящее время. Ну, для новостей, я думаю, выходные, это однозначно. Это да. А вот что касается других рубрик, там потом видно будет. Как вы видели, заставочки потихоньку есть, прирастают. Кто смотрел сначала, как бы пока не ахти, я как бы не сильно в этом разбираюсь там, но стараюсь вот что-то делать. То есть в перспективе планируется, говоря вот о планах канала, скажу так, создать, разбить, так сказать, все темы на тематические рубрики. То есть там новости, гости в эфире, там такое объективная критика, например, там что-нибудь еще, история Беларуси. И под каждую рубрику, так сказать, сделать оформление, дизайн отдельно, типа как комнаты такой студии в ОБС. И заставку, то есть чтобы все было культурно, как телепрограмма небольшая. И в таком формате делать. То есть это ближе вот к концу октября, когда будет разблокирован наш основной канал. Вот здесь Бендер Вегас пишет. Сейчас тренды по получению политубежища. Пошел на митинг, получил по почкам и побежал в Польшу плакать в жилетку по нам, что меня угнетают и щемит. А может лучше в будний день, вас пишет. Ну вот надо будет подумать, обговорить этот вопрос. А русофобами называют почему-то тех, кто выступает против действий вороватой кодлы из Кремля. Русофобами... В Беларуси почему-то называют тех, кто выступает за Беларусь. Парадокс, да? Если ты в Беларуси, если ты белорус, в Беларуси выступаешь за свою страну, за Беларусь, ты русофоб. Потому что, по мнению вот большинства ватной кодлы, ты должен быть почему-то русским. Хотя ты белорус, как бы, да? И никакого отношения к России не имеешь. Я вот сейчас хочу ответить Бендеру. У нас как раз тема сейчас будет, возможно, затронута больше, судя по тому, что я вижу про Ивана Шева. Бендер, скажи мне, ты хочешь в своей стране нормально жить, спокойно заниматься своими делами, получать достойную зарплату, соответствующую ценам? Но так в чем проблема переехать в какую-то другую страну после того, как тебе за выражение твоего недовольства действиями тех лиц, которых ты нанял, ну не ты один, конечно, для того, чтобы они руководили государством, ты от них через какие-нибудь милицию, там, да, полицию, у кого что получаешь, подобное ты о чем-то говоришь, и тебе это должно стимулировать оставаться в собственной стране и уехать туда, в какую-то другую страну. Ты туда не бежишь, туда спасаешься, чтобы заниматься там, чем ты хочешь, в спокойной обстановке, в спокойной обстановке. И очень просто. Да. Кстати говоря, дополню, что люди получают убежище политическое на самом деле не просто потому, что вот они хотят в Европу там. То есть реально очень часто, в большинстве случаев, ситуация действительно такая, что если ты выступаешь против власти, тебе власть зачастую создает, если ты реально борешься и, так сказать, вредишь сильно власти, то они тебе просто создадут невыносимые условия для жизни. То есть, если Бендер уехал за заработками, за хорошей жизнью просто, хотя его никто не преследует, то люди, которые активно борются, их реально преследуют. То есть, тебе не дадут просто устроиться физически на работу здесь, например, да? Тебе будут всякие темные люди там приходить, звонить с угрозами могут, да. Тебе могут бизнес, если у тебя есть бизнес, ты захочешь стать предпринимателем, у тебя будет с ним проблемы. То есть человека просто реально или гранты какие-то получать, жить за гранты, или уезжать за границу. А ватники пытаются это в пропаганде использовать. Типа, смотрите, с Магары там за гранты живут, да, не хотят они работать, да, они там бегут в Европу. Это не потому, что они так хотят, а просто, ну, по-другому никак не получается. Это такое замечание. Кстати, вот очень интересное одно замечание я хочу сделать по поводу отношений власти и Магаров. Почему-то эти люди, которые находятся на верхушках, ну, хотя какие-то верхушки власти, они не хотят понимать того, что если ты используешь недовольство граждан, чтобы решить эту проблему в своих политических целях, ты приобретешь баллы, потому что в глазах других людей решится какая-то проблема, из-за которой тебя критикуют. Значит, соответственно, этот человек, как политик, как кто-то там, сможет решать эти проблемы в дальнейшем. А так получилось, что этот человек просто взял, отмахнулся, так... Он же сам, получается, себе же своими действиями делает только хуже. Почему этого не понимают, мне неизвестно, непонятно. Да, кстати говоря. Такие дела. Так, хорошо, вот тут Бендер насчет Польши что-то писал, да. Давайте тогда уж перейдем к следующей новости по поводу Польши. Смотрите, вот тоже произошло такое событие, которое, так сказать, тревожное. Насчет увольнения Ивана Шилы, которого уволили с Белсата за шутку насчет президента Польши в Фейсбуке. Ну что тут можно сказать, что вот эта цензура нигде не приемлема. Все, вопрос закрыт. Нет, просто... И опять же, это... Об этом, смотри, Freedom Belarus, вопрос совсем не закрыт, он наоборот только открывается. Появилось сообщение о том, что в Польше, так сказать, определенные там силы вот эти нарастают, которые, собственно, душат, начинают потихоньку душить свободу, так сказать, может, как бы не случился возврат к совку. То есть это тревожные ситуации. Что я могу сказать, это нехорошо. Повторяю, да. За ними мы не должны, и апеллировать то, что у нас плохо, апеллировать тем, что там плохо, это не есть хорошо. Нет, то это есть, вообще не есть ответ хорошо. Бендера, к примеру. Да. То есть это не нужно делать в любой точке земли. Вот все. Тут это нехорошо везде. Ну, тут идеала нет нигде. И когда говорят про Европу, в первую очередь, мы имеем в виду не то, что надо куда-то вступить или что-то, а перенимать лучшее. Это не значит, что в Европе все идеально, а там тоже свои проблемы. Поэтому у нас свое, там свое. Нам надо учиться у них лучшему, а они пусть смотрят, другие страны учатся там, так сказать, делают как им лучше, понимаешь? Если я бы хотел добавить то, что еще, к примеру, он бы мог подписать контракт какой-нибудь, и там ему в контракте сказали не говорить там про президента Польши. Он мог его этот контракт нарушить, да. Его за это, соответственно, уволили. Вот как-то так. Опять же, нужно учитывать и разные факторы. Но опять же, это не является хорошо. Нужно учитывать разные СМИ. Они ориентируются по одному СМИ, по тому же Белсату, к примеру. Это не... Они же как телевизор, только они делают правильно. Можем черпать те новости, которые они транслируют, и применять их для себя, то есть решая проблемы местные. И не ориентируясь на Польшу, к примеру. То есть использовать их бесплатные СМИ для нас в своих целях. Вот что я имею в виду. Да. Кстати говоря, я вот тоже опять-таки хотел сказать по поводу того, что, например, ватники очень любят говорить, типа, вот, смотрите, когда что-то случилось в Европе, там тоже свободы нет. Ребят, дело не в этом. Если ты хочешь не, улучшить... Свой... Есть... Подожди, Freedom, подожди, не перебивай. Если ты хочешь улучшить свою страну, вести что-то хорошее, что ты должен делать? Если ты хочешь, например, научиться чему-то, кому ты идешь? К тому... у кого, так сказать, все хорошо, то есть кто тебя может научить, к специалисту, к мастеру. То есть в Европе отлично работают суды, да, посмотрите, там независимые суды. Это факт, это есть, там полиция, там работает вполне в рамках закона. То есть мы можем этому научиться, мы можем, и мы должны это делать. Это не значит, что все вообще перенимать, что в Европе. Вот как у них и в точности передирать под копирку. Это невозможно, во-первых. Мы должны лучшее перенимать. И адаптировать под условия Республики Беларусь, под наш менталитет, под то, что у нас здесь, под традиции, понимаете? Создавать свою уникальную демократическую страну на основе опыта других государств. лучшего опыта, нужно подчеркнуть. Да, лучшего. А то, знаете, если смотреть на ватников, получается так. Если я хочу там на скрипке научиться играть, то я должен идти не к мастеру, а к какому-нибудь алкашу с бутылкой, да? То есть и на него смотреть, ориентироваться. Чему он научит? Ничему. То есть это я к тому, что нам не у России надо учиться, а все-таки у Запада, какой бы он там ни был. То есть у нас есть чему поучиться, а тут у России еще... мы научимся. Ну, нужно учитывать, что нужно развивать свою культуру и не обязательно... И принимайте все плохое от ЕС, и не обязательно туда вступать, опять же. То есть это все просто. Вот Бендер пишет, вот когда змагары захватят власть в РБ, они же тоже начнут стопудово неугодные каналы и СМИ. Не написал, что... А, газеты. Нет. Тут зависит от того, смотря кто. Опять-таки, есть всякие там ультраупоротые разные консерваторы там и всякие непонятно кто. Естественно, некоторые люди, да, могут так считать. Ну, например, вот мы... отвечаем только за себя. Мы ничего подобного не говорим. И ты, Бендер, тому пример. Тебя кто-то забанил здесь? Никто не забанил. Ну, так а в чем проблемы? Мы за любое мнение, пожалуйста. Да, я объясню Бендеру. Мы за соблюдение закона. К примеру, мы вот против мата, там, оскорбления там, других наций. А за других, Бендер, мы не отвечаем. Мы говорим за то, что любое мнение приветствуется. Любое мнение приветствуется. Мы никого не блокируем, мы ничего такого не делаем, пускай все вещают. Должны быть, во-первых, необходимо освободить бюджетные средства, так сказать, уменьшить количество этих государственных каналов. Максимум один канал государственный, типа рупор государства, вот один, чтобы кто хотел узнать, что официальная позиция государства, что они думают. Нет, код, нужно, чтобы вообще государство... Нет. Один канал у государства может быть. Если есть государство, оно имеет право один канал, который будет выражать, быть рупором, так сказать, власти, он может быть. Но не все. Зачем? Я не понимаю. Так зачем? Как это зачем? Обыкновенно? Если люди и так могут... Слушай, ну люди же сами могут сейчас через интернет новости себе рассказывать и так далее. Тем более о своих проблемах. Смысл того. Либо пускай этот канал единственно рассказывает о проблемах заодно и критикует... Бендер пишет вон опять странные вещи. Говорит, ты не забанил меня потому, что я единственный из ваты тут, но я не вата. Нет, Бендер, я не забанил ни тебя, ни других, не потому, что ты единственный там из ваты. Почему? Потому что я, в принципе, вообще никого не баню. То есть я оставляю за собой право, слушай, когда кто-то пытается там что-то делать. Во-первых, Бендер соврал. Бендер соврал изначально, потому что он не единственный. Был там да, честный вот, разговор. Чистоправд уже здесь. У нас же Чистоправд, ДТВ. Раньше был ДТВ, просто он куда-то делся, его нет. Мы же его тоже не забанили. Вот честный разговор, пожалуйста. Все заходят, все смотрят, никого не баним. Так, вот тут у нас. В Европе несвободные суды, они подчиняются государству. Как бы оправдательных судов там гораздо больше, чем в Беларуси. Что значит, подчиняются государству? Там есть реальное разделение властей. Судебная власть – это судебная власть. У нас формально только существует якобы какой-то суд, судебная власть. На самом деле мы знаем, что приговоры зачастую пишутся уже и присылаются заранее, еще, так сказать, до начала судебного заседания. Поэтому говорить, что у нас вообще есть суды – это глупо. У нас их нет, как таковых. Это только шкурка одна отсюда. Так сказать, мантия одна. А под мантией ничего нет. Да, его за соблюдение банального права. То есть вы его тут, помню, банили человека, который там матом там ругался и так далее, но у нас правила прописано в стране. Так. В том плане, что я хотел бы Бендеру объяснить. Вот мы установили правила, там не обзываться, все дела. То есть мы хотим, чтобы это распространилось для всех, а не для определенного человека, как это делает наше государство, которое она садит неугодных, а остальных вот таких, как Бендер, оставляет. То есть, и несмотря на то, что он сделает. То есть, Бендер с классным флагом, к примеру, выйдет на площадь, ему никто ничего за это не сделает. А вот, к примеру, там те против выйдут, им обязательно их посадят и штраф выпишут, как всегда это бывает. То есть, только в одну сторону смотрят, и все. То есть, Бендер этого не понимает. Хорошо. А мы как раз таки приемлем. Перейдем к следующему, не будем, так сказать, зацикливаться. Вот здесь Вячеслав Дериков пишет, почитаю сначала чат. В Польше все вот эти косяки по свободам исключительно от Дуды идут. Сменят Дуду, все там будет нормально. Это все значит назначение судей вместо выборов. Это все исключительно из фанатизма под Лукой. Я бы добавил то, что нужно Польшу, пример, брать до того, как они вступили в Евросоюз, ну и до определенного момента. Они, опять же, весь период. В плане экономики. Плохие реформы. Польшу можно взять хорошо в плане экономики. То есть, например, 9% ВВП, плюс 9% ВВП, насколько я знаю, да, они неплохо очень растут. Для сравнения. Хотя мы были с ними буквально вот на равных условиях 20 лет назад каких-то. То есть все об этом говорят. Но они выросли, и сейчас вот где Польша, а где мы остались. А у нас был шанс так же быть. Ладно. Еще вот важное событие произошло на этой неделе. Переговоры Лукашенко с Путиным. Совещание это в Сочи. Тоже, я считаю, очень важная новость. Значит, Наша Нива пишет, что Лукашенко провел совещание по итогам вот этих переговоров с Путиным. И речь идет о двух вариантах поставок нефтепродуктов. То есть они там договаривались о разных проблемах, и, насколько я знаю, как-то не очень там договорились. Информации об этом мало на самом деле. Переговоры тяжелые. Белорусско-российские переговоры были тяжелыми, но результативными, пишет Наша Нива. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 сентября на совещании с участием членов правительства в Минске. Основная часть переговоров была 1 на 1 с президентом Путиным. Переговоры длились 6 часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные, сказал Лукашенко. Как бы не очень обнадеживающе. И, кстати говоря, Лукашенко, по-моему, чуть ли не каждый месяц встречается с Путиным. Все. Если я не ошибаюсь. Частично. Поговаривают, типа, про базу новую. Типа из-за того, что в Польше там базы будут ставить. Щемит. Душит, да. И нефтяные все эти маневры, и задержки с кредитами, с предоставлением. Это все именно из-за давления насчет базы. Путин говорит, давай базу строить российскую. А Лука говорит, не хочу. Но Бабича же поставили. Ну, Бабича поставили. И да, тем более вот это открытие же на год перенесли этого АЭС нового. Да, дополнительные, кстати, там хотят процентов. Лул ищет везде, где можно содрать. Россия поднимает цены за газ, он поднимает за транзит. Тут он докопался, что задержали строительство АЭС. И сразу говорит, вот давайте неустоечку там. Так, вот пишет. Вот вы, кстати, затронули очень, скажем так, незаметный аспект. Это по поводу транзита. Сколько труб в Европу идет сейчас из России? Самых проблемных имеется в виду. Через Украину одна, через Беларусь вторая. Хотя как бы странно я называю, что проблемная через Беларусь, но тем не менее. Потому что Лукашенко может начинать диктовать свои условия, там, образно, естественно, я говорю, по поставкам, либо по транзиту, либо еще почему-нибудь. Поэтому, может, тяжелый разговор и был, это из-за того, что он начал какие-то условия, как он обычно до этого это делал, диктовать Путину, что там вот вы нам снижаете поставки ресурсов, а мы вам сделаем вот это. А Путин вот это сейчас разбежался, в Путине нету военной базы, как это уже было затронут разговор. Делай вот то, что выгодно нам, либо получишь вещам, это уже выражаюсь простым языком. Так что на мое мнение, там все затрагивалось, связано, по крайней мере, было с транзитом. Значительный момент был с транзитом связан, если идет и о ресурсах речь. А дальше уже будет видно, о чем мы договаривались. Да. Итак, вот здесь Вячеслав Зериков пишет. Бендер, ватник, топящий за русский мир. Меня на Алекс ТВ банит постоянно, когда я пытаюсь тому же ватному кацапу Алексу ТВ объяснить, что если он сюда приехал, ведь нельзя так поливать грязью эту страну. Ну, так они же поливают грязью нашу страну, а потом уже удивляются, почему у нас ответная реакция. Поливать грязью, точнее, ихнюю страну. Не народ, а именно страну. Точнее, государство, если быть точным. Это два разных понятия. Но они этого даже не понимают. Ну, то есть они презирают наш язык, нашу культуру, и при этом здесь сидят такие спокойно. Это то же самое, если ты домой приедешь и не уважаешь законы тому, к кому ты приехал. Ну, это что за бред? Ну, это просто как бы бескультурье. И понимаешь, опять-таки, насчет Алекс ТВ, по-моему, это более-менее еще вменяемый блогер и из ватных. То есть, по-моему, он так сильно не поливает страну грязью. Бывает периодически только. Есть похуже. Не, ну какой он бред. А помнишь, какой он бред нес про язык, когда там Филиппович снял? Нет, это он сделал, так сказать, ретрансляцию. Я говорю, это периодически бывает. Некоторые прям вообще там зациклены на белорусофобии. Это у него иногда бывает такое заскоки. Так вот, хочу сказать, что насчет того, что если бы они только поливали грязью, это, как говорится, личное дело, это ненаказуемо. Но они же прямо показывают, что в случае чего, то есть они готовы быть против своей страны. То есть той, которая они находятся сейчас, против Беларуси. И некоторые заходят в своей белорусофобии слишком далеко. Тот же Агафонов, который там подавал петицию, чтобы убрали таблички на белорусской мове. В Беларуси. Это вот то есть человек приехал в гости и наводить порядок. И указывает людям, это бред какой. В нашем же доме, это бред какой. И гостеприимные. Приехали, как говорится, убежище, там выпросить сюда, пожалуйста, живите здесь все. Но не надо указывать белорусам, как им жить. Извините, это все-таки страна Беларусь, а не Россия там и не Казахстан. Надо как-то немножко уважение проявлять, что ли. Бендер, я просто... Порядки вещей в любой стране мира, в принципе. Они этого не понимают. То есть ты приезжаешь в гости, ты уважаешь культуру, традиции и законы той страны. И это нормально в любой стране должно быть. Но они этого не понимают. И указывают тем, кому они приехали, как им жить. По поводу переговоров. Бендер, я тебе просто хочу ответить на один из твоих вопросов, который уже улетел наверх, но тем не менее я его запомнил. Вот ты говоришь, что тебе не нравится работать за гроши в Беларуси, поэтому ты едешь в Россию. Но вопрос, а чем ты делаешь лучше для Беларуси, чем ты едешь в Россию? Может, тебе это показаться очень странным, но для Беларуси на самом деле Россия – это не союзник. Ни в каком понятии. Это не партнер, не друг, не еще кто-то. Это просто... Человек, которого ты кредит пошли. Это не ресурс. Я не знаю просто, как Лукашенко и Путин взаимодействуют на каком они уровне. Но по факту имеется, что Россия использует Беларусь в своих интересах. Лукашенко подыгрывает ему, потому что... Лукашенко использует Россию в своих интересах. Собственно, он это и делает. Он пытается выдаивать свои деньги. Да, это то же самое. Но приоритеты... На самом деле он им никогда не был. Да, но тем не менее пользу от этого получает непосредственно все равно. Получает его режим собственный. Да, но получает. Если бы мы не взаимодействовали тогда вот с Россией, если бы мы не попали в кабальные вот эти кредиты и все остальное, у нас бы дела развивались лучше. Понимаешь, что он сделал? Он завязал нашу экономику только практически с одной российской. И теперь он сам же говорит, надо искать другие рынки. Ну блин, извините меня. Ну так соблюдай правила, другие рынки, правила других рынков, как говорится. Не урезай там малый бизнес, не дави его, как говорится. Не, ну, прими суды, в конце концов, ЕС, и все. Но тут немножко другое дело, Freedom Беларусь, это как бы не к песту. Дело в том, что он просто так заточил экономику, что вся продукция фактически, ну, только на Россию в основном идет. Потому что, ну, что он производит? Сельхозпродукцию и какие-то детали там на этих старых заводах советских. Ну, где-то около 80% экспорта. Я просто хочу закончить свою мысль, с которой я начал до этого Бендервека. Если ты хочешь с пользой, так сказать, для Беларуси работать, лучше едь работать в Польшу, а не в Россию. Потому что от того, что ты едешь в страну, от которой больше проблем, чем пользы, ну, это значит, ты только сделаешь ей лучше. В Польше хотя бы просто больше будет пользы. Польша не угрожает наши суверенные государства, по факту. А от России очень много проблем. Поэтому то, что ты едешь туда работать, это на твою совесть, скажем так. Но это твое дело, я в тебя уже не буду. Польша не говорит, что нас нужно присоединить, к примеру, там открыто. Не делают там, как в интернете, куча этих роликов, как мы присоединимся к России. Этого вообще нету, то есть истерии по этому поводу. Польша не нарушает никаких правил международных, в отличие от России. Польша ни с кем не воюет, уже давным-давно, уже столько поколений поменялось, а Россия все равно не меняется в плане государственности. Они помешаны просто-напросто на войне, в отличие от Польши. Я даже скажу, Фридом, почему. Потому что они не проводят экономические реформы, и единственная возможность для Путина и его режима удержаться – это вот эти самые войны. Это единственное, на чем они собиратели земель, то есть они помешаны на собирании земель и все. То есть в этом плане. Чем еще? Они говорят, что мы собрали государство, вот Крым присоединили, да, и за это вот как пыню прям полюбили в 2014 году. А что он сделал? Ну да, в итоге экономика покатилась вниз, он украл, по полному, говорят, пенсионный фонд России за 2014 год. Ну то есть, по сути дела, деньги оттуда ушли на Крым, как раз на все это, на обустройство. То есть, да, сколько граждан присоединилось, и для экономики это нагрузка. То есть это гиря на ногу России, это проблема, а они радуются. Тем более там никаких законов по факту, то есть банков там нету, сотовые операторы, липа там, цены в 2 или в 3 раза подорожали. Там только, как там, они хвастаются аэропортом и дорогами. Ну, так эти деньги пошли от всей остальной России, на дороги эти самые. И все. Дороги можно поесть, как говорится, нет. Я просто хочу вас поправить. Такие люди, как политики, ну, люди, как политики, тоже, конечно, перегнул, не делают какую-то одну вещь ради какой-то одной цели. Россия не аннексировала Крым, она его ассимилировала, то есть использовала как единоразовый ресурс. Ну, да, она вкладывает какие-то деньги в развитие, в кавычках, но напомните вот себе сами новости последних недель. Что там с заводом, который Титан, кажется, он называется? Что там произошло? Такой Чернобыль своеобразный. То есть, получается, создание вот таких ситуаций – это аннексия. Как по мне, так это ассимиляция самая настоящая, это хуже еще. Ассимиляция идет на самом деле уже 200 лет почти. То есть, ну не 200 лет, немножко меньше. Там с 19 века. Это уже открытая. Открытая, да. Причем в разное время по-разному. Где-то даже жестко. Я вас перебью, но все-таки давайте мы что-то отбиваемся от темы, новости нужно же все-таки. Давайте следующую новость. Вот, значит, такая у нас новость. Отвлечемся немножко от серьезного, более попростенькая. Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт дорог в Украине. Служба автомобильных дорог Киевской области 19 сентября по результатам тендера заказала белорусскому строительно-монтажному тресту номер 8 текущий средний ремонт автодороги М05 Киев-Одесса на сумму 695 миллионов гривен, то есть 24,8 миллиона долларов, сообщает украинское издание. Ну, честно говоря, не знаю, они думают, у нас дороги хорошие, может, белорусы сделают, типа, что-то будет. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну, союз с Украиной больше, да, типа, стал. Трест номер 8 входит в белорусский государственный холдинг «Белавтодор». С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно трест выиграл ряд тендеров в Украине на 1,3 миллиарда гривен, то есть 47 миллионов долларов, из которых этот самый большой. Также белорусы неоднократно жаловались на условия дорожных тендеров различных заказчиков, которые делают невозможным их участие в торгах. Ну, вроде как в Беларуси умеют делать дороги показушно. Но, может, они и здесь делают не на показушно, а на совесть. Хотя бы в Украине, если у себя не могут. Но у нас же налоговое обложение, там, на бензин тройное налоговое обложение. Мы же, помнишь, с тобой говорили про этот? Да-да-да. Я не помню, как это налог в России. На эти про большие... Про это говорили. Да, но у нас точно такая же фигня на эти грузовые автомобили. Нет, так тоже тройное налогообложение. Да, в этом и дело. То есть, поэтому дорога, естественно, хочешь не хочешь, будут более-менее нормальные. И то есть, дальнобойщики нормальные. А там все-таки они берут деньги, но они не могут... У нас, то есть, все нормально. Ты заезжаешь на эту платную дорогу, покупаешь эту штучку специальную, и все. Все есть, все можно оплатить, сделать, все грамотно. Сервис, инфраструктура проработана, и дороги хорошие, действительно. То есть, да, ты платишь, но есть за что платить. А там... С Платоном, с этим. Там жаловались, что местами дороги, которые должны быть сделаны, отремонтированы, они не отремонтированы. Купить эти приборы в начале, по крайней мере, в первый год бывало трудно, то есть с оплатой. Люди физически не могли, кто хотел. В этом-то и суть. Не в том, что нам один человек пытался доказать, типа, вот, платные дороги везде есть, а вы, типа, на Платона жалуетесь. Во-первых, не мы, а российские дальнобойщики. А во-вторых, они прекрасно знают и про Белтол, и про иностранные платные дороги, но они именно жалуются на свой Платон. Белорусские почему-то дальнобойщики не бастовали. Я спрашивал у дальнобойщика нашего белорусского, он сказал, что кто тут будет бастовать? Ну, мы же белорусы, типа. Ну да, как-то так, отмахнулся. Этим все. То есть и то он мне сказал, что дороги все-таки в Европе гораздо лучше, чем в Беларуси, опять же, той же. И опять, там кусками дороги, то есть 5 километров проехал, о, отлично. А потом уже опять, почти как в России. Ну, с Россией лучше даже не сравнивать в этом плане. Сергей Масин пишет, Россия пойдет по миру скоро, когда Путин все развалит, в Беларуси голод начнется. Вот это, по-моему, странно. Голод у нас точно не начнется. У нас аграрная эта страна, у нас тут вон дофигища сельскохозяйственных разных этих есть, культур, все есть. Но к этому нужно готовиться. Тем более Россия сейчас постоянно ведет разные войны, мясные, молочные и прочее. Вот как раз еда это единственное, что у нас останется. А вот зарплаты не знаю, как будет. Вот я Сергею Масину как раз таки хочу ответить, что когда Путин, как ты тут написал, все развалит, в Беларуси не начнется голод. Беларусь сама станет пищей для него же. Потому что в России никакого качества продукции нету. Поэтому у меня такое мнение складывается. Что Беларусь станет? Повтори, не слышал. Пищей для Путина. Ну да, да, едой станет для него сама. Нет, сразу скажу, что нет. Так если потому смотри... что, то есть, Роман. А, ну ты имеешь в виду, мы будем продавать еду типа России? Нет, вот это ты имеешь в виду? Мы станем пищей в прямом смысле, то есть они типа Беларусь захавают. Но я думаю, что если Россия развалится... Бред полный, почему? Конечно. Дайте я объясню, что я имею в виду. Мне еще бред. Ну пусть дайте я объясню, что я имею в виду. Я имею в виду то, что Россия будет использовать все мощности Беларуси для удовлетворения своих потребностей, в данном случае в производстве еды, не знаю, как правильно выразиться. Сомневаюсь. Так если ты говоришь, Путин развалит все, как она будет использоваться. В России тогда начнется региональный сепаратизм, и России как таковой может не стать. Какая Россия будет использовать? Московская или независимая республика Башкирия, казаки? То останется. А может мы аннексируем, как было с Крымом. Смоленскую область вернем. И Брянск. Да, вернем все обратно. Ладно, это как бы вопрос такой из области. Отдельный. Давайте к следующей новости. Вот у нас независимый профсоюз РЭП такую дают информацию. Сколько белорусы реально платят за коммунальные услуги? Новая дата введения полной оплаты коммуналки 100%, ну по их мнению, 2020 год. У меня сразу замечание. Подождите, ребята, с 2019 года начинает действовать тунеядский декрет номер 1, по которому все тунеядцы должны платить 100%. А с 2020 года, получается, уже и не тунеядцы будут платить 100%, так? А где логика, извините меня? Идиоты. Другого сказать не могу. Я тебе кое-что хочу... Не то, что тебя хочу поправить. Я хочу поправить того человека, кто эту статью писал. Здесь не столь важно, сколько платят, что по факту платят. Я, например, не замечаю то, что, к примеру, я вижу, у меня в жировке, получается, не в жировке, когда ты приходишь в банк или еще куда-то, выставляет полностью за коммуналку, за телефон, за воду, за свет, за еще что-то, за газ. Мне, допустим, 60 рублей, но я не вижу причин платить такие большие деньги с учетом тех зарплат, которые мы получаем. В этом нет экономической логики. Не важно, хоть будет 200%, Роман. Это все цифры пустые. Ну да, насчет того, сколько платят белорусы, вообще неизвестно. Некоторые считают, что уже давно и 200, и 150, там, и сколько угодно может быть, но даже больше. Да, мы и так платим. Ну, я скажу так, что мы уже давно платим 100%, потому что все налоги, как они и говорят, что мы государство доплачиваем, мы же государство и платим с других налогов. То есть эти налоги идут с других налогов, говорят, что мы платим. То есть мы платим налоги сверх этого, но и речь именно только непосредственно не о налогах, а о том, что мы не знаем реально, сколько стоят все эти носители, да. То есть все это происходит закрыто, независимого мониторинга никакого нет, и никто не знает, какие цены они назначают. Потому что с Россией постоянно грызутся за тот же газ, за цену. То есть Россия за бесценок продает. А сколько наши поднимают цену для населения, мы не знаем. И перспектив хороших никаких. Даже для тех, которые вот там прям... Ты не дочитал новость, кстати говоря. Что? Чем закончилась новость? Или это все? Вся информация по этому поводу? Нет, это я просто сначала только начал заголовок прочитал. Сейчас я почитаю дальше новость. Значит, вот они пишут, что сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительна в этом плане позиции отопления и горячее водоснабжение. Кстати, за отопление тунеядцы начнут с октября 2019 года платить полную стоимость. А уже с 2020 получается уже все будет. Отсюда смысл, а тунеядский декрет тогда вообще, это что такое? То есть, короче, они сами себе там противоречат. Вот главный, так, что тут у нас, ага, вот, главой государства поставлена задача, любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей, извините меня, цитирует первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина пресс-служба правительства. Ну да, повышение тарифов у нас, значит, связано с ростом материального благополучия. Прекрасно. Тарифы растут постоянно, а материальное благополучие с какого года у нас уже не увеличивается. Есть деревни, кстати говоря, в которых платят там по 70 рублей. И даже ну, 50. Есть 50. Да, есть 50. Да, слышал, доярки опять же те же. Вот такой белорусофобы, как и бендеры, и там чисто право будут только этому рады. Недавно правительство, нет, им просто все равно. Они не считают, что это как бы что-то плохое для них. Ну, раз так сделали, ну и ладно. Ведет государство 200% платить, ну будем 200 платить, ну что ты же сделаешь. Нельзя же отстаивать. И ничего не нужно делать, да, не нужно ничего делать. Нужно сидеть на кухне и пить водку. Все. Вот это самая главная задача. Главная проблема, да, этой ватной пропаганды в том, что они убедили таких людей, в том, что любое твое действие, они подменили понятие. Они говорят так, если ты защищаешь права, ты не защищаешь свои права. Это ты все Америке помогаешь. Понимаете? То есть любая попытка защитить свои права, отстоять, что-то, так сказать в сторону законности, и тебе сразу с ватной стороны вот эти путиноиды, всякие лукашисты начинают вещать о том, что это все против нашей страны, это на руку Америки. Это подмена. Наоборот, подмена конкретная причем. То есть мы хотим, чтобы было у нас гражданское общество, была политика хоть какая-то, был плюрализм мнений, в конце концов, чтобы ни одних исключительно не наказывали, а другие были привилегированы, как вот эти ватники. И мы хотим, чтобы у всех высказывались, вот и все. При этом Беларусь была едина. И был соблюден закон непосредственно, и право. Нормальный закон, а не такие, как декреты номер 3 и так далее. Просто я хочу сказать, почему свобода мнения обязана быть. Потому что вот у меня, допустим, есть свое мнение. А как я буду знать, что я в своем мнении в какой-то момент не начну ошибаться? Для меня оно будет казаться, да, вот я вроде все правильно, но я там могу и ошибиться. Поэтому не ради того, что вы сейчас здесь озвучивали, а ради того, чтобы не ошибаться. Хотя бы на этом уровне свобода мнения должна быть. Да, такие дела. Вот тут в чате пишет человек с каким-то, ну, таким ником, который сложно будет прочитать, пишет такое, что скоро АЭС запустит, цены на электроэнергию взлетят вверх. Совершенно верно. Симашко об этом прямо сказал, что говорит, не ждите, когда... Кстати, да-да. Прикол в том, что его уволили, но он все равно пришел на пресс-конференцию. Ну, понимаешь? Да, это бред какой-то. Так его уволили или не уволили? Определитесь. Он как бы типа как консультант, ну понимаешь, человек, может, не передал свои полномочия или что-то еще. То есть он много был завязан на переговорах с Россией, поэтому... Ну это понятно, так его уже окончательно уволили. Просто поприсутствовал. Бред какой-то. Как обычный человек. Вы забыли, что была встреча с Путиным? Недавно. Нет, вот не поэтому он там... Ну, да. Мы об этом и говорим. Ну давайте я зачитаю. Ты закончил новость вот этот год? Ну в принципе, или да, могу... там дальше особо нечего. Так. Ну давай вот эту хронологию прочитаю. Лукашенко встретился с Путиным тет-а-тет в мае, июле, августе и вот сейчас. Сегодня точнее. Ну тогда, соответственно, недавно, там пару дней назад. На всех этих встречах он пытался решить с РФ проблему продуктовых войн. Нечестная конкуренция в таможенном союзе и прекращение поставок нефти. Ни одна из встреч не дала хоть и какой-то значимый результат. И сегодня они вообще не вышли к прессе рассказать про итоги переговоров. То есть ни госми, ни обычные там любые, все они молчат по факту. Как-то так. Потом. Лукашенко в вчерашних переговорах с Путиным, если откровенно, то это были даже не... сложные, тяжелые переговоры, но результативные, как он подчеркивает. В конкретных вопросах у нас известные вопросы по ОДКБ. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств, прежде всего Украины. В чем позитивном ключе был диалог. Вопрос о налоговом нефтяном маневре и потери из-за этого миллиардов долларов для бюджета Беларуси снова перенесли. Значит, переговоры провалились, ведь именно за этим он туда и ехал, собственно говоря. Так, дальше что? Хронология там следующая. Ну, это через день проходило эти новости, что я сейчас зачитываю. Да, к слову говоря, что... Артем вот в чате написал, жаль, что он не заходит сюда в голосовой, так бы он пояснил подробнее. То, что говорит, союз трещит по швам, разваливается, к счастью. То есть отходим от России. Ну да, то есть хочет, Лукашенко хочет, не хочет, но он, если хочет независимость Беларуси, он примет хоть какие-то условия ЕС и Запада. Ну, у нее другого выхода, по крайней мере, не будет. А то будет, а то у нас не будет независимости, вот и все. Тем более он не хочет терять свою власть, это очевидно. Ну, вот Бэддер. Ладно, дальше. Бэддер в чате пишет, раньше и трава зеленее была, а я ему хочу ответить, раньше и цены были на нефть по 140. Раньше ты, Бэддер, ты был моложе, вот поэтому и зеленее. Ну, это он вот и все. Это понятно. О том, что вчера на переговорах с Путиным пошло что-то не так, говорит тот факт, что Лукашенко сегодня в субботу с утра собрал правительство, чтобы рассказать им итоги переговоров. Но ничего конкретного не сказал, по крайней мере для прессы. Даже страшно узнать, что он министром наедине говорил. Путин вот молчит вообще. Тоже как-то странно. Ну, разумеется, переговоры фактически были провалены. Они что? Очередной раз. Да, очередной раз они, скажем так, они провалились с треском в этот раз. Потому что разговаривали они очень долго. И, видимо, поэтому старенький, кто там, министр какой-то, тот человек, который был связан с Белорусской АЭС. Пасимашко. Нет, там другой еще по нефти. Решить какие-то вопросы, которые без него решить не получалось. Или не получилось. Может, какая-то проблема имеется текущая, чтобы поэтому он его не вызвал. Поэтому, но мне кажется, что это стоит ожидать чего-то того. Давайте новость про, собственно говоря, зачитаем. А теперь уже давайте дальше что-то. Да, Лукашенко. Россия сорвала сроки строительства белорусского АЭС. Так, пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как и меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще совмещение этого срока, что уже вообще недопустимо. То есть он жалуется даже так. Мы, конечно, не хотим идти в суды судиться, как это по договору, но замена... Этого мы рассчитываем на снижение ставки по кредиту, которую Россия дала Беларуси на строительство АЭС. Напоминаем, что Россия дала Беларуси 10 миллиардов кредит на строительство станции. Внесу такое мнение, что в Беларуси именно сами белорусские власти хотят затянуть строительство самой станции как можно надольше, потому что это все-таки невыгодно им. Теперь никто не будет закупать электроэнергию из стран соседей. А если поднять цены для населения, о чем уже говорится многократно, это могут начать протестовать люди. Если уже из-за третьего декрета сейчас подобное волнение, то если взлетят цены на электроэнергию при уже имеющемся значительном подъеме цен... Они и так выросли, да. Уже за год. Так ни у кого так не растет цены, как у нас. При уже значительном росте цен на бензин это может вызвать протесты, поэтому... Кстати, да, бензин на очередной раз вырос. Да, и что, может, Лукашенко что-то почувствовал, начал что-то говорить с Путиным, что, мол, у нас он отвечает за протесты, может, там я не знаю, о чем говорить, я просто предполагаю, поэтому есть вот те опасения, о которых я говорил. Вот сделать хочу очень важное замечание. В чате Бендер написал в ответ Лису Риску. Лисок, СССР был, как сейчас, ЕС. Жили хорошо Москва, Питер и Прибалтика. Не перебивай. Нет, подожди. Жили хорошо Москва, Питер и Прибалтика, как в ЕС, в Германии и Франции. Я хочу сказать одно. Ты, Бендер, смотришь не на то. ЕС принципиально отличается от совка в первую очередь тем, что там работают законы. Это не тоталитарное какое-то государство. То есть ты хочешь сказать, что другие страны... Я еще хотел бы добавить, у каждой страны больше автономии, чем было в совке. Там, да, есть правила, суды работают, потому что и как бы каждая страна выступает... Да, именно конфедерация, а не федерация, а не империя, по сути дела, как был совок. И с точки зрения граждан, Бендер, дело не только в доходах. Вот ты считаешь, что только Франция и Германия хорошо живет, но дело не только в деньгах, а в том, что в той же Латвии, например, в какой-нибудь, или Литве, там работают суды. То есть посмотри даже на президентов, как они ходят. Грибоускайте практически без охраны, там только несколько человек. Выходит реально там рынок на работу, туда идет пешком. И посмотри, как наши ездят. То есть это Европа... И опять же, то есть посмотреть на ту же Польшу, к примеру, или на ту же, не знаю, допустим, Германию, то есть там, ну, Швецию, вот, к примеру, да, страна феминизма, к примеру, и страна национализма. То есть там, где законы работают против, там определенные группы, то есть в одну сторону, и там, то есть две абсолютно разные страны. То есть... объединение всего этого как-то глупо. То есть, но при этом у тех стран есть не сколько общие законы, сколько просто союз экономический в этом плане и открытые границы. Давайте посмотрим хотя бы даже на неблагополучные страны Европы, на ту же Румынию. Посмотрите, сколько людей вывалило против коррупции. Реально. Вот кажется, да, хотели там провести непопулярные законы, то коррумпированный чиновник попался, то пытались заменить уголовные сроки, да. И люди вышли. Дело в том, что... А в Беларуси, представьте себе такое. Ну да, там дело в том, что посадили главного человека, который боролся с коррупцией, то есть сажал совков и так далее. А там по факту кто остался? Именно такой же совковый директор, как и Лукашенко. То есть номенклатура, которая была, да, ну, как в совке, то есть красные, те левые. Ну я тут так из-за этого пошире. Я здесь беру не только недавние протесты, но и те, которые были пару лет назад, по-моему, в 2016 году, когда тоже там Бухарест рванул, там вышли что-то около 100 тысяч человек. Вот тогда хотели провести закон, что типа коррупционеров, кстати говоря, я помню, да, не сажать, а штрафом отделаться только. И народ, кстати, взлетел. Коррупционеров этих, когда сажали там пачками в 16-м, когда там, ну, это которые женщина, которая сажала конкретно так, там ВВП каждый месяц повышалось на 5%, сколько я знаю. То есть вот что решает люстрации все эти, и борьба, и реальная с коррупцией, не как у нас на показ. А у нас борются только с борцами, с теми, кто реально пытается указать на проблемы коррупции, в том же даже МВД. То есть честных милиционеров, более-менее нормальных, выживают. То есть их вот еще в 2010 году, в 2011 выживали, сажали. То есть где, что, как. Прекрасный пример из, так сказать, из одного источника о том, что когда вот были задержания, эти... По-моему, это в книге было Оленевича. То есть там сидел бывший начальник РОВД вместе с ними, которого посадили в том числе за то, что они обнаружили в Дроздах бордель. То есть там организовали бордель для элиты, они это заметили и куда надо сообщили. Им сказали, типа, не лезьте в это дело и все такое. То есть, понимаете, закон действует не для всех. Есть избранные, а есть простой народ. Законы только... Что еще хотел бы добавить, то есть эти страны даже отдельно выступают на тех же, ну, Олимпийских играх, там, чемпионат Европы, чемпионат мира, то есть все это отдельно у них по факту. А совок был типа един, то есть и в этом даже плане можно только рассуждать. Это абсолютно разные вещи. Что ж, перейдем к следующему. Давай дальше, зачитаем. Давай дочитаем. Ну дальше, закончим. Ну, по поводу переговоров, собственно говоря, что там было дальше. Что-то очень странное произошло на вчерашних переговорах с Путиным и Лукашенко, и сегодня продолжилось. Во-первых, сегодня утром в выходной на совещании Лукашенко с министром срочно вызвали даже снятого с должности вице-премьера Семашко, ну, о чем мы говорили. Что они там обсуждали? Прессе почти ничего не сообщили, зато после этого Путин сразу... позвонил Лукашенко, и они по телефону разговора окончательно решили вопросы по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырье, нефть и природного газа. То есть непонятно, что там произошло. Тут пишут, поговаривают, что взамен на поставки дали добро на размещение российской военной базы. как ответ на американскую базу в Польше. То есть непонятно, какой источник, но это, в принципе, было бы логично со стороны России. Типа они боятся, типа и так далее, там кольцо сжимается, но как тут всегда. Тут вопросы Польши к Беларуси, то есть согласились наши, продавили россияне наших или нет все-таки на эту базу? Или ну, надеюсь, что нет. Надеюсь, да, что нет, пока еще шансы есть. Ну, это же не точно пока, неизвестно. Это все или там дальше еще по хронологии? Ну все, потом могу про новости экономики, там Бендеру будет интересно, да, наверное. Тогда перейдем к следующей новости, про расследование Эдуарда Пальчиса. Но прежде чем начать с расследования, я хочу перейти непосредственно к самому каналу Эдуарда Пальчиса и, так сказать, нашим зрителям еще раз напомнить, что Эдуард открыл свой канал на YouTube, и вы можете на него подписаться. Значит, ссылка и на канал в описании. Ты скинь. Ссылка в описании. Ну, на всякий случай, мало ли, вот хочу, вот, чтобы Бендер завтра сходил на стрим к Пальчису, может, что-то попишет. Хотя, думаю, его удалят. Я ну да знаю. Ладно. Кстати, по поводу удаления на частных каналах. Это нормально, если ты удаляешь своего частного канала кого-то от другого, но ты при этом не лезешь и не указываешь и другому частному каналу, как ему быть и как ему редактировать. То есть в этом плане. Другое дело государство, за которое вы платите свои же деньги, и они снимают ложь про вас же, да. Тем, которому вы, ну, которым платят они. Точнее, мы им платим, а они про нас снимают ложь. И мало того, это гениально. Эту ложь даже практически уже никто не смотрит, те же телеканалы. Для кого работают? То есть я предложил бы вообще петицию сделать за закрытие БТ и перенаправить эти деньги, не знаю, на бюджет учителям, либо на пенсионную реформу, опять же. На нужное дело отправить эти деньги. А денежки там малые. Там в том-то и дело. Десятки миллионов долларов. Вот Вата не смотрит эти каналы, но при этом критикует те каналы, которым они не платят ни копейки. Ну, у нас вообще прекрасная страна. Вспомни памятник корове, который хотят поставить за 127 тысяч долларов. Вообще, по этому поводу у меня возникла мысль тоже петицию написать. Зачем эта корова? Если... Ну, зачем? Я не хочу, чтобы она стояла. Зачем людям тратить бюджетные деньги ни на что? Ты не хочешь, или... а чиновники хотят распилить эти деньги и заработать, понимаешь? Я знаю, что дело тут не в корове. Просто кто-то решил немножко украсть себе денежки. Это как с аркой в Могилеве или где-то там за 2 миллиона, помнишь? Да. Вот, насчет ну и что, что Бендера, я хотел, ну и что там вранье? Ну, везде есть вранье, но опять же, закрывать рот тем, которые тебе не нравятся, не есть хорошо. Вы конкретно поливаете грязью Беларусь, ну так ничего. Мы же не говорим, что нас нужно закрывать. Вы откровенно сепаратистские каналы ведете. Белсат, кстати, нет. Он, наоборот, на мове вещает и для белорусов. Ну, какой-то сепаратистский канал. Ссылка на Пальчиса в описании. А теперь я хочу перейти непосредственно уже к новости, которую он провел. Это расследование. Значит, вот. Называется «Как БРСМ и провластная молодежь поддерживает оккупацию Крыма». Суть в том, что в Беларуси, кроме Палаты представителей, есть еще вот такая вот, ну, фейковая такая, ни на что не влияющая, молодежная такая якобы палата при Минском городском совете депутатов. Данный орган был создан в 2007 году для популяризации среди молодежи системы местного управления и самоуправления. Ну, это типа, короче, как детская железная дорога. Типа там железная дорога что-то возит, но реально ничего это не делает. То есть просто перевод пустой денег. Ну, может, в этом польза есть какая-то. Значит, вот там БРСМовцы эти сидят. По факту там сидит 50, даже больше БРСМовцев, которые имитируют молодежный парламент. Короче, играют в песочницы там. За налоги... людей, которые на заводах пахают. То есть деньги девать некуда, как всегда. В сентябре в инстаграм-аккаунте одного из членов этого МП, ну, Совета молодежного, Алексея Андреевича Грищенкова, была обнаружена одна очень интересная фотография. Вот вы ее можете здесь лицезреть. Сердечко, я люблю Крым, вот это с подписью. И вот на фотографии присутствует также заместитель председателя МП Полякевич Никита Валентинович и... отмечена Марина Тумилевич. Вот, в биографии Тумилевич. В биографии Марии не только членство в Молодежной палате, но и участие в новогодней встрече с президентом за большие успехи в учебной, научной, творческой и общественной деятельности БГУ, а также работа в составе одной из участковых комиссий по выборам все того же Мингорсовета. Была выдвинута в состав избиркома от БРСМ. Можно было бы подумать, что это частная поездка, и молодые люди полетели, внимание, на геолокации скриншота, а также на подпись к фото в Крым с частной инициативой. Однако хэштеги заставили нас усомниться в этом. То есть «Родная гавань», хэштеги, «Саммит СНГ», «Студенты», «Командировка», «Море», «Крым» 2018. Выяснилось, что в эти дни в Симферополе проходил молодежный российский форум «Родная гавань», организуемый Русмолодежью, Федеральным российским агентством по делам молодежи. Что такое Русмолодежь? Русмолодежь была основана в 2008 году. Ее первый руководитель стал скандально известный основатель движения «Наши» и «Будущее вместе» Василий Якименко. За свою провокативную деятельность, которая иногда носила крайне агрессивный характер, вот мы видим тут люди с наброшенными какими-то флагами, там «Наша победа», с портретами Путина в России, там возле Кремля, вот была так создана в 2008, за свою провокативную деятельность, которая иногда носила крайне агрессивный характер, Якименко стал антигероем множества расследований независимых российских журналистов. Но на смену личному формату противостояния российской оппозиции и различным атакам на противников Путина пришла планомерная идеологическая работа с красивой обверткой. Официально звучит это так. Агентство занимается нравственным и патриотическим воспитанием российской молодежи, курирует добровольческую деятельность, разрабатывает молодежные программы, взаимодействует с общественными организациями и движениями. То есть изначально это создавалась организация, чтобы бороться с противниками Путина в середине нулевых. А когда противников Путина нагнули, и там, как мы видим, стало примерно то, что и сейчас, они взялись уже за конкретную промывку мозгов, в том числе не только российских граждан, но и из других государств, в частности вот в Беларуси. Организуют совместные такие конференции, родные гавани всякие. И там обрабатывают молодежь, рассказывают им про русский мир, про идеи единства и все такое. Вот. На деле Русмолодежь организует массовку из студентов на Селигере, а после присоединения Крыма стала проводить различные молодежные слеты в Севастополе и на полуострове. Что за форум вообще «Родная гавань»? Итак, на сайте Русмолодежи находим прямой ответ. Цель форума – создание коммуникационной площадки для совершенствования условий формирования успешной самореализации молодежи Крыма и Севастополя, направленной на развитие ее потенциала, а также формирование национально-государственной идентичности и гражданско-патриотического сознания. Если переводить на человеческий язык, то это, короче, внедрять идеи путинизма. Просто говоря, и все. Ну, русского нацизма, грубо говоря. Русского нацизма, там, путинизма, где... имперского вот этого, имперской пропагандой заниматься. Вот, среди гостей форума в прошлом были замечены глава оккупационного правительства Сергей Аксенов и одиозная прокурорша Поклонская. В рамках форума будут организованы следующие тематические смены. Просто вот даже смеяться хочется, когда читаешь такие названия. Гражданское общество. Это вот этот форум организует про гражданское общество. Что они о нем знают? Работать на государство, и это гражданское общество. Да, и втирать пропаганду. И быть за него. Они, да, занимаются созданием гражданского общества. Российская идентичность. Российская идентичность, русская есть идентичность, а российская, россиянская, то есть это что? Это якуту объяснять, что он русский, типа, да? Понятно. Патриотизм как национальная идея России. Ну, это более-менее еще можно понять. То есть в России проводит форум... Ну, именно в России, да. Для русских людей, не для белорусов. Самореализация молодого человека через проектную деятельность. Но какая может быть самореализация в путинском вот этом или лукашистском государстве, где кумовством все пропитано коррупцией и прочей фигней? Умные люди уезжают, их выгоняют отсюда. Самореализация. Успешная карьера на благо развития полуострова Крым. Реализация государственной молодежной политики в Российской Федерации. Ну, политики там тоже нет, там есть Путин, а у нас есть Лука. Участников форума ждут тематические тренинги, мастер-классы, публичные дискуссии, деловые игры и проектные мастерские. То есть, к слову, что хочу сказать. Вот наши ватные коллеги, так сказать, друзья наши, любят и жаловаться, что Госдеп организует там Сорос всякие вот организации, форумы, там, да, промывает мозги молодежи. Ну, извините, Россия занимается тем же самым. Но об этом никто не говорит. Прикол в том, что они не призывают там присоединиться к какому государству, а вот российские организации напрямую уже практически призывают присоединение. Америка, то есть это две абсолютно разные вещи. Да, ни Америка, ни Сорос, они не призывают к этому. Ни Америка, ни Сорос нас 51-м штатом США сделаться не призывают. И отказаться от своего языка и культуры тоже не требуют. Наоборот, вот они именно, именно. То есть это абсолютно две разные разницы. Что бы плохого там они не пытались внедрять, как бы не промывали мозги, по крайней мере, государству Беларусь они не вредят. То есть они еще ключевая разница в том, что вот эти деньги, ну вот эта статья, которую ты читаешь, то есть деньги налогоплательщиков Беларуси, то есть мы же платим опять же за промывку белорусов мозгов своими же деньгами. Нет, гениально, мы платим за совет молодежный БРСМ, то есть этот форум организует Россия. Мы так я про это и говорю. Да, мы к организации форума, к счастью, отношения не имеем. Да и у нас и денег нет платить за организацию. Ну и про БРСМовский, которые там в Крым ехали, куда там. Кстати, их в этот занесли. Но они могли ехать за счет вот этого российского совета, то есть их могли туда пригласить. Но в любом случае они бесплатно ехали. Кто-то за это заплатил, или российские налогоплательщики, или белорусские. В общем, в суть не важно. Это рабочие люди, которые приносят пользу, они свои деньги, так сказать, их налоги идут вот на эту фигню. В то время как дороги разбиты, как, так сказать, больницы, их становится все меньше, школ становится все меньше, как в России, так и у нас. А форумы процветают. Пропагандисты важнее, чем экономика. И вот. Ну да, промывать мозги — это самое главное. То есть, насколько я знаю, очень много денег на пропаганду идет, то есть гораздо выше, то есть процентов совершенно. Особенно именно от государства. Это же нужно учитывать, а не от частных компаний. Да, Сорос, он миллиардер, он вообще инвестор крупный. Он что со своими деньгами хочет, то и делает. То же самое там Маккарторы, Форды, Рокфеллеры и прочие. Это их личные деньги. Хотят они кому-то грант давать, пожалуйста, пусть дают. Не надо считать их. А то жаба кого-то давит, кому Сорос деньги дал. Ну, извините. Ну, то есть это не государство, это частная компания, опять же. Ну, это они Кремль, который абсолютно государственный. Ну, опять же, это уже непосредственно государство России. Вот, а там частное. Матвиенко как-то высказалась, говорит, федеральные деньги или региональные, неважно, это все государевы деньги какие-то там. Государевы какие-то деньги есть. Это деньги налогоплательщиков российских, если говорить о России. Или белорусских, если у нас. Вот, дальше что у нас? Также на площадке будет проведен грантовый конкурс в формате конвейера проектов перспективной площадки, цель которой выявление лучших практик, реализуемых на территориях региона. То есть туда приводят молодежь, промывают им мозги, и тех, кто этому поддается, кто говорит: да, ребята, я за русский мир, давайте там, я вот в Беларуси такую-то программу сделаю, давайте я вот блог такой открою, буду там вещать про то, как полезно в Россиюшку вступить, какие мы там единый народ, мы братья там и т.д. Ему за это грант дают, то есть они ищут людей, которые готовы проводить идеи русского мира, там отбор проводят, так сказать, и выдают гранты. То есть то же самое, что делают Соросы, Маккартуры, только в пользу России против Беларуси. Они ищут там предателей, вот что они делают. Но я обозначил разницу. Те призывают присоединиться, ну, россияне, к отдельному государству, а Сорос, наоборот, он через дипломатию, гражданское общество, демократию, все. Именно, да, 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 то есть не всегда красиво все, но это проблема самого народа, понимаете? Если в Ираке не сработала идея демократии, так это из-за менталитета иракцев. Ну вот Япония все сработала, то есть они сделали все реформы, которые в Польше сделали все реформы, и в итоге мы видим все результаты. И Америка их не захватывала. Да. Это называется дипломатия и сотрудничество. А то, что ватники предлагают просто присоединиться. Все, это сумасшествие. А то, что, например, в Ираке или в Ливии не сработали демократические идеи, но так это потому, что менталитет граждан такой. Америка освободила Ирак от Саддама Хусейна, а дальше вы, ребята, сами давайте стройте гражданское общество. Если там нет людей, которые готовы это делать и не хотят это делать, а им ближе радикальный ислам какой-нибудь, ну, так а что Америка может сделать? Если люди так хотят жить, пожалуйста. А ватники, пропагандисты говорят: о, смотрите, Америка разрушила Ирак, и все там, и ничего нет. Ну, они сами не хотят строить общество. Это их проблема. Америка дает шанс банально на реформы и на развитие. шанс. Да, а общество, а если общество не готово, то происходит развал. Вот именно поэтому, как сказал Эдуард Пальчис, надо готовиться к часу X и готовить общество, чтобы когда произойдет вот что-то такое, режим Лу упадет или что-то будет такое, не произошло то же самое, что в Ираке или в Ливии, чтобы народ был готов подхватить, чтобы была, так сказать, ну, национальная элита, как бы сказать. Ну, я вот постоянно могу, давай, на каждом стриме на основном повторять одно и то же. То есть заводите в своем городе, там Блида, там Брест, там какой-нибудь там и так далее, в своем районе даже, телеграм-канал, фейсбук-канал. И говорите о ваших проблемах. Все, заведите там YouTube-канал и говорите о проблемах ваших. Пишите петиции. Делайте на каждый, что может. Кто активист, занимайся активистской деятельностью. Кто блогер, занимайся блогерской, освещай мероприятия, потому что государственные каналы... Опять же, культурное обогащение, да. можно там музыкой заниматься, там книги писать и так далее. Кто продвигает, готов продвигать культуру нашу через искусство, музыку, там, да, через какие-то проекты такого плана, пожалуйста. Кто, например, занимается развитием истории, да, изучением истории, пожалуйста, тоже. Все будет полезно. Итак, идем дальше. Я просто хочу небольшой комментарий сделать, может, немножко рано, но тем не менее. Почему-то, ну, как мне кажется, Эдуард не заметил очень одной... Может, эта вещь... Хотя Лукашенко когда-то сказал, что он не понимает, что такое русский мир, насколько вы все помните. Я не помню дословную фразу, но, тем не менее, он об этом говорил. Я себя вот представляю на месте Лукашенко. У меня есть вот тут какой-то союз молодежи, который непонятно мне зачем нужен, что-то он там куда-то выходит, что-то постоит с портретиками. Ну, я трачу на него какие-то бюджетные средства, но польза какая мне была бы от вот этого вот сброда. Он же сам сказал когда-то, что вот этот союз молодежи — это удобный инструмент для использования. Хорошо, я не принимаю, что такое русский мир, однако этот русский мир может поставить мне ресурсы. Почему бы не направить этот вот мой молодежный сброд в Крым под видом союзника, чтобы кто-то из вот этого сброда получил инвестиции, приехал с этими инвестициями в Беларусь, потом он в Беларуси начал какие-то проращивать идеи русского мира, а потом бац, их скушать. Не скушать, а пресечь, не знаю, как-то арестовать их. Тут сказать, а что вы тут делаете такое антибелорусское? Получается, одновременно он и русский мир нагинает и забирает его же инвестиции. Почему такой вот вариант невозможно был? Я бы так сделал. Для этого нужна политическая воля. А у него ее нет, как судя по последним переговорам. Как мы это можем убедиться в этом. Кстати, Вячеславу Дерикову я хотел бы сказать, что вот полезно, он написал, будет все, но не дадут, даже местные бояры. Я хочу сказать так, лучше что-то делать, чем ничего не делать, лучше развивать гражданское общество, чем, опять же, ничего не делать. Не нужно искать себе отмазки, опять же, то есть говорить, что все пропало, ничего не нужно делать, это вам вбивают в голову это с детства, я могу так сказать, что все потеряно, безысходность, нужно уезжать. Нужно делать что-то, и у вас появятся друзья, единомышленники и так далее. Все получится. Главное не пускать руки. И не все так плохо в Беларуси все-таки, так разобраться. Там театры там и кино, это, ну то есть нет, театры там достопримечательности, опять же те же, искусство, там, язык и так далее. Все это у нас есть, просто это нужно развивать. Вот и все. Итак, да, чтобы не тянуть время, пропустим основное, так сказать, описание и подведем сразу уже итог этой статьи. Значит, что в итоге статьи пишет? Вот наша прогосударственная молодая кадровая элита, так называемая, ну вот эти БРСМовцы, с нарушением украинского законодательства посещают оккупированный Крым, где им рассказывают про российскую идентичность, а также дают возможность выбирать грант. Таким образом, поддерживая захват Крыма и войну в Украине. То есть в ответ нам, конечно, могут рассказать про гранты от Госдепа, ЕС, а также стажировку у западных фондов и университетов. Все так, с одним большим «но». США не претендует на то, чтобы сделать нас одним из штатов. Ни Германия, ни Англия, ни даже Польша всерьез не намерены уничтожить нашу независимость. Их СМИ и тролли не вбрасывают каждую неделю провокационные фейки, а чиновники при любой возможности не ограничивают поставки белорусских товаров. В дальнейших статьях мы расскажем, что, ну, это, в общем, описание. То есть суть какая? за деньги белорусских налогоплательщиков и российских, то есть вот этих фондов пропутинских, белорусскую молодежь возят через Россию в оккупированный Крым. Там им втирают прорусский мир, ищут среди них предателей, которые готовы сотрудничать на благо России, так сказать, внедрять идеи русского мира. И все нормально, как бы. И при этом они жалуются на гранты какие-то из Европы, там из США, которые тут Соросы всякие, да, внедряют. Которые мы не платим за это деньги вообще, да. Ноль, зеро. Это частное дело Сороса, кому он хочет дать свои деньги. А все эти фонды, они существуют за деньги российских и белорусских налогоплательщиков. Поэтому это большая разница. Так что, ребят, не радуйтесь вы. То есть мы можем за свои же налоги делать, ну, развивать нашу государственность в том плане, чтобы она, государство работало для людей непосредственно. Ну тут еще проблема в нарушении законодательства международного. То есть их возят не в Москву куда-то там на конференции, а в оккупированные... Кстати, хотел добавить, их же должны в список в Украине добавить, в том плане, да, что они не имеют права, как того же Демина, по-моему, добавили туда. Кстати говоря, Луща добавили, Дермонта, известных наших пропагандистов российского мира. В «Миротворец». Как это? А, да, «Миротворец». Да-да-да, «Миротворец». Что... Я там подписал, типа, чё, кого вы там забыли еще, остальных, там, Агафонова, еще кого-нибудь. Ну, там какой-то человек ответил, который опубликовал это. Наумович какой-то говорит, будем работать. Короче, и до них уберутся. То есть нужно всех этих сепаратистов выделять, чтобы их добавляли всю эту базу. Полностью, блин. Потому что они реально вредят. Они продвигают идеи имперские эти. Ну, имперские идеи это априори то же самое, как и совок. То есть захват через насилие и так далее. Империя у нас, так сказать, она не ограничена Российской империей. Понимаешь, суть имперской идеи в том, что вот якобы эти территории, Беларусь, Украина, остальные, они должны вернуться в состав России. Под каким видом, неважно. Или это будет нео-совок 2.0, или это будет нео-империя, или это будет просто какая-то вот Россия в нынешнем виде, только больше. Суть не меняет. Имперская политика вот это, то, что надо все вернуть. Вячеслав хотел бы ответить на его комментарий, то есть, что он пишет, что их банят там в их группах в каком городе Волковыске. Так создайте свои группы, о чем уже не раз говорил. Создайте свои группы, там те же анонимные, вам же никто не говорит. Для этого, да. Спокойно... Freedom Беларусь говорит, в Телеграме тебя никто не будет запрещать. Создай группу свою, и там тебя никто не забанит. Чат и канал создавайте в Телеграме. Есть даже там отдельный чат, который вы создаете канал какой-нибудь, там общество, к примеру, какой у тебя город? Волковыск. Создай общество Волковыск. И там пости новости Волковыска какие-нибудь там что там, дорогу чиновник не построил, к примеру, все, делаешь петицию и там туда же эту ставишь. И чат отдельно для полковыхчан, или как это можно сказать. Распространяй в соцсетях. Давай, так, ссылки я даже хочу вам сбросить группу, в которую можете сбрасывать, соответственно, вот эти ваши группы Телеграма, когда вы создадите, собственно говоря, ваше общество, можно сказать. И там он рекламирует, точнее, он все рекламирует группы в этом канале, Телеграме. Я вам сейчас сброшу. Мне просто все хотел добавить по поводу миротворца. Вот вы говорили, кто-то из вас, что, мол, не добавляют некоторых людей в списки. Но вроде бы они так и правильно делают. Почему не добавляют? Потому что один... Жалко, что у нас не делают этого. Беларусь не делают. Потому что один невнесенный, назовем его сепаратистом, может потом привести с собой двух или трех лиц, которые миротворцу неизвестны. И они уже его внесут. Всю эту группу. Поэтому добавлять всех подряд тоже имеет смысл. Вот, и, короче, сбросил группу Телеграм, точнее, канал. Там спокойно можно в описании найти человека, которого можете сбросить в ваш канал. Соответственно, там общество, там, Белейка какая-нибудь, Волковыск, там, Орша и так далее. И будете там поститься, скидывать там петиции. Я даже вам очень хорошую порекомендую, белорусы, сайт. Поводу на этот сайт чиновники обязаны в любом случае через некоторое время ответить вам, иначе они нарушают закон. То есть не... Ой, как же эта штука не... Change.org вроде, который не отвечает. Petition by. Это, наверное. Да, Petition by. Сейчас я сброшу людям. Хорошо, пока сбрасываешь, я тут посмотрю новую новость коротенькую, там буквально пару комментариев. Вот она у меня уже открыта в браузере, и зрители YouTube ее могут видеть. Вот, значит, смотрите. Министр Волк был, говорит, что у него был шлях альбо у турму, альбо у Оршу, але Лукашенко выбрал третий вариант. Ну, то есть по поводу этого, что вы помните, что в августе Лукашенко устроил разнос министрам по поводу того, что они не выполнили его приказы там в Орше. И, значит, этот Вовк попал в немилость большую. Ему сказали, что вот ты там поедешь в Оршу, в общем-то такое. Но по факту оказалось все совсем по-другому. Он не поехал ни в тюрьму, ни в Оршу, а его назначили помощником. Лукашенко назначил его своим помощником по Витебской области. То есть, знаете что, я вот смотрю на это, и прям вот какой-то брежневщиной, вот такой застоем попахивает. Вот как там, назначили какого-то министра, вернее, какого-то человека там, да, министром такого-то, да, он там облажал, накосячил, и вместо того, чтобы его посадить или уволить или что-то еще, его просто назначают министром чего-то другого. Вот ты там отвечал за сельское хозяйство, накосячил, ну, будешь теперь за кино отвечать, да. Станешь министром кино, например, там, или искусства. Там накосячил, ну, будешь министром лесного хозяйства. И так до бесконечности, пока уже стормоны эти не отправятся в мир иной. Горизонтальная мобильность, или как там называется. Кстати, хотел вот зрителей спросить. Вот мы с котом переписывались, и я ему предлагал сделать новости там по 2 часа, а не 6, чтобы потом в записи вы могли спокойно смотреть. Как вам лично удобно, чтобы мы делали новости по часу, 2 часа, там полтора, либо там вообще хоть 3-4. Либо бесконечно, сколько возможно. Просто я предлагаю такой формат. Напишите вашу цифру, 1, 2, 3, 4. Там. Да, новости максимально короткие, потому что это новости. А чтобы потом... вы в записи могли, да, в записи потом посмотреть. Отдельным форматом потом свободный стрим, например, для тех, кто хочет пообщаться. Тех, кто не хочет, они могут пропускать, посмотреть только новости. То есть напишите, как вам удобно. 1 час, чтобы потом записи, когда вы свободно посмотрите, 2 часа, либо 3 часа. То есть и цифру обозначите. Вот. Ладно, вот, зачитай новости следующую какую-то. Снова к русскому миру вернемся. Наша Нива пишет о том, что российский политик Бабурин провел в Гродно второй съезд своего движения за объединение Беларуси и России. Причем вот совершенно открыто, то есть никаких претензий к нему ни у кого нет. Вот человек ездит, разъезжает и проводит такие съезды, что мы должны присоединиться к России. И типа вопрос, это... от США есть такие съезды, от Польши есть такие съезды, которые открыто призывают присоединиться к ним? А к кому им присоединяться? Нету. Нету таких съездов. Ну так нету, а кому им присоединяться? Германия не требует присоединяться. Германия не хочет, чтобы Польша к ней присоединилась. Зачем? Ну, или Польша не хочет, чтобы Беларусь к ней присоединилась. Ну, тоже, в принципе, не хочет. Хотя Польша довольно имперское государство, но не настолько радикальное, как Россия. Ну, в чем ее имперская проявляется? Она с кем-то воюет с ближайших стран. То есть она на кого-то нападала за последние, там, сколько, 60 лет. Нет, за столько времени уже давно столько поколений поменялось, что это просто не честь. А вот Россия, то есть, не меняется в априори. Вот 2014 год это доказал. Вполне. То есть там нету, то есть сюда не приезжает никаких таких сепаратистских движений, типа как с Бабулиным, которые там призывают там присоединиться. А вот тебе открыто призывают, и авати хоть, ну, плевать. Вот, ну, съезд, да, Freedom Беларусь. Вот я читаю дальше эту новость насчет съезда. Съезд такой довольно-таки странный. То есть большинство деталей этого съезда не уточняется. И список участников этого союза, которым Бабурин руководит, тоже не уточняется, ну, по понятным причинам. Но у него такое тоже замечание есть. А с чего бы подобные, ну, скажем так, волны российского мира Лукашенко бы не захотел использовать опять-таки в своих личных интересах? Он видит, что есть какие-то недовольные егоной деятельностью, все, езжайте в Россию. Все, забирайте вот этих вот людей, вот этого с собой в Россию там, и катаетесь, и делаете, что хотите. Либо, если у вас нет возможности уехать в Россию, вы живите здесь, но и живите здесь, пока вы не сможете уехать куда-то там туда. Он может использовать любой вариант, чтобы всех своих оппонентов, даже обычных граждан, просто избавиться от них. Даже через русский мир. Разрешите задать вопрос? Конечно, Евгений. А вот вы говорите, общество Ника, Нива, какое там правильное название, делает какие-то съезды, да? Это первый вопрос. Как это мы имеем в виду не общество Ника, Нива, это газета Наша Нива. Газета Наша Нива. Газета Наша Нива, да. Пишет о том, что съезд такой прошел. Как реагируете на такие заявления про объединение? И второе, как они аргументируют, зачем Беларуси присоединяться к России? Ну как это? Как и всегда говорят... Вот, что... ты зачитал полностью статью эту? Может, там они это объясняют? Ты зачитал там? В принципе, или там... указано только то, что съезд этот проводился. То есть, ну как они... в этой статье конкретно нет, но вообще они говорят так. Могу сказать я, народы, зачем, если Евгений, что? Мы братские народы, как это еще объяснять? Они говорят так, мы братские народы. У нас общая история. Я тебя хочу перебить все-таки. Вот мы и должны... Я подобное... Русскомирность объясняется очень просто тем, что когда мы объединимся, будет лучше всем. Все очень просто. Якобы будет лучше всем. Вот Бендер пишет, что не нужно никому объединяться. Так мы про это и говорим, да. Что не нужно никому объединяться. А они считают, так что нужно. Ну, и ты считаешь, что вот эти российские организации – это в порядке вещей. Ну вот ответь, ты хочешь, чтобы Беларусь кому-то присоединилась? Мы не хотим. Искренне, ребята, если мы будем говорить сейчас про бабуринцев и про их идеологию, то им, естественно, лучше, чтобы Беларусь объединилась с Россией. Это так лучше будет всего для них, но не для белорусского народа и не для нас. А чем им лучше, я не могу понять. Даже в первую очередь, с точки зрения экономики. Никто этого не может понять, кроме россиян. Ну, насчет Бабурина я его могу понять, понимаешь, Freedom Беларус. Он выбивает гранты, деньги за это из бюджета. Он говорит, смотрите, я работаю на благо России, я возвращаю земли, все, дайте мне еще денег на мою организацию прекрасную, и все. Нет, я вас опять перебью. Она убыточная. Нет, я вас опять перебью. Простите, у России нет своих интересов в Беларуси, которые можно было присвоить себе, хотя бы те же самые молочные животные. Нет, не существует никаких интересов в России, только есть только один единственный интерес. Она бы хотела присвоить что-то, какие-то бы полезные. Нет, что-то полезное в Беларуси. Ты фигню несешь, Амир. Нет. И это вообще невыгодно. Выгодно. Она бы хотела через мягкую. И не нужно целая страна. Нет. Через мягкую оккупацию. Я закончу, потом мне поправишься. В чем я ошибаюсь. Господи, ну такой бред. Не надо перебивать. Я закончу, поправишь меня, в чем я ошибаюсь. Через мягкую оккупацию в любых видах России выгодно было бы получить хотя бы производственные мощности, чего бы то ни было. Вот теперь поправляй меня, в чем я не прав. Не нужно вот теперь я тебя поправлю. Значит, смотри, производственные мощности, которые были у нас в Республике Беларусь, в Белорусской Советской Республике, они уже полностью ограблены еще в 1992 году, когда у нас вывозили с заводов станки в Российскую Федерацию. Так что никаких производственных мощностей у нас уже нету, кроме тех, которые построили мы сами персонально. Вот о них и речь. Хотя бы тоже молоко. Что касается того, что нужно Российской Федерации нужна просто одна простая вещь. Им нужно знать, им нужно понимать только одну вещь. О том, что они не одиноки. Они не одиноки в войне там, против сирийцев, против американцев и так далее, и так далее. То есть... Что движет имперскую идею Российской Федерации? Страх. Страх перед теми народами, которых они в себе содержат. Это башкиры, татары, это многие народы. Чеченцы и так далее. Да, и так далее. Им страшно. И им хочется быть не единственным славянским народом на своей территории. Это им страшно, и из-за этого страха они пытаются захватить силой другие славянские народы, типа украинцев, белорусов и так далее. Да, это само по себе присоединение невозможно, так как Беларусь это само по себе не Крым, это не полуостров, это не часть территории. Во-вторых, весь мир на это сразу же обратит внимание. Я понимаю, там какой-то Гродно, там, или, там, не знаю, что там граничит с Россией. Гомель. Да. Ну вот смотри, совсем недавно мы говорили с вами про Бабурина. Совсем недавно говорили, и вот такая новость появилась. Во-вторых, в плане экономическом это невыгодно, потому что нужно привязывать деньги и так далее. Наложить связь, это невозможно. Все санкции пойдут на Россию еще вдвойне. И этот Северный поток и так далее. То есть это в плане бумажном невозможно. Это, об этом так даже можно забыть. Говорит оккупации, говорят о добровольном присоединении не в, этом, будет в этих даже, обществах. Даже не будет никакого, Евгений, не будет никакого добровольного присоединения по одной простой причине, потому что белорусы за 25 лет, извините, у них выросли поколения, которые научились тому, что у нас есть свой собственный флаг, свой собственный герб, даже несмотря на то, что он советский. Тем не менее, мы научились жить отдельно. И если кто-нибудь, типа украинцев или типа россиян, думает, что вот мы сейчас такие вот готовы присоединиться прямо сегодня к Российской Федерации, то у нас есть 410 причин, почему 410 тысяч причин, почему мы не присоединимся к Российской Федерации. Любое государство, которое на нас нападет, оно получит отпор. В Беларуси живет 800 тысяч россиян. Вот тут комментарии, много россиян. Всего лишь 800 тысяч. О чем? Что за бред? Ну, человек написал. В РБ у нас много поляков живет больше, чем россиян. Ну, так что бред человек написал по этому поводу. А сможет ли финансово Россия потянуть Беларусь? Не будет ли ваша страна уже ведром с цементом, который потянет? На Крым уже не тянет. Уже не тянет в том плане, что она уже не будет по нормальной цене продавать тот же газ и нефть. Да посмотри, по ценам обычным будет продавать. Посмотри на пенсионную реформу, она в хорошей жизни. Они не будут уже продавать все цены по обычным, они будут продавать, как и всем. И газ, и нефть, все остальное, все сырье. То есть уже не будет никаких плюшек. Так что мы переживем очередной кризис и уже будем самостоятельны. Вот и все, вот что будет через лет 5 или сколько там. Даже уже в ноябре, когда очередные санкции пойдут на Россию. И будет обвал очередного рубля. Так, перейдем к следующей тогда новости. А так уже у нас время как бы прилично. Шуневич назвал интернет зоной безответственного поведения. Интернет сейчас, он говорит, это зона абсолютно безответственного поведения. Шуневич, если кто из зрителей не знает, это наш министр внутренних дел, который любит переодеваться в форму НКВД по праздникам. Вот. Значит, это зона безответственного поведения, высказываний, мнений, оскорблений, распространения клеветы, совершения конкретных уголовных преступлений, административных правонарушений. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» высказал министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, сообщает Белта. По мнению главы МВД, любая социальная деятельность должна осуществляться по определенным правилам. Если этих правил нет, происходит анархия и уничтожение прав, свобод и личности гражданина. Если таковых правил нет, то они должны быть разработаны. Это мое мнение, но Шуневич говорит. Ответственность за совершение противоправных действий, неважно в какой сфере, области или форме, должна наступить безусловно. Авторизация в интернете дисциплинирует общество пользователей в сети. Министр внутренних дел... Внимание! Вопрос. Кто будет наказывать Шуневича? Я буду наказывать Шуневича. Дайте мне пистолет, я ему поставлю пистолет к затылку и выстрелю в голову. Воу-воу-воу. Министр внутренних дел Беларуси считает правильным и своевременным решение вопроса об идентификации пользователей. По его мнению, вседозволенности в какой-то степени будет поставлен барьер. То есть это в связи с тем, что сейчас... деанонимизация сейчас проводится, то есть все должны через СМС авторизоваться. А какая сейчас все дозволенность, мне интересно? То есть ты можешь спокойно... У каждого сайта есть правила. Когда ты заходишь на сайт, регистрируешься на том же YouTube, ты принимаешь правила. Если ты будешь оскорблять других пользователей, если ты будешь нарушать права то-то, 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 ты будешь забанен и удален твой аккаунт. И любой желающий может пожаловаться. Вот и все. Какие еще нужны правила? И мы сегодня видели, пожалуйста, на примере того же скрип-скрепа, что бан можно получить за все, что угодно. Стоит только что-то где-то там сказать. На заднем фоне телефон зазвонил, там с мелодией... Нет, тут дело в том, что высказывайся как хочешь. Ну, вот, мое личное мнение. Ватники высказываются, там, как они, ватники говорят, смогары, пускай высказываются. Точнее, они не хотят, чтобы мы высказывались, только они должны высказываться. Вот это с их левой точки зрения. Да. То есть и все. Всех нужно пристрелить и задушить. И никакие, только они правы. Ну, и всех нужно ограничить. То есть красно-зеленый флаг можно ходить, ну, с БЧБ нельзя, то есть тебя посадят и так далее. Ну, в том плане, короче, что я хочу донести, какую мысль. Высказывайтесь как хотите, только не призывать к насилию другу, и все. Господи, если тебе напишут на личную страницу, ты вправе его забанить на своей личной странице, к примеру, в тех же социальных сетях. Но ты при этом не запрещаешь тому, кого ты забанил, высказываться на его личной странице, как он хочет, что думает о тебе. Все, господи, все просто. Почему вы обижаетесь в интернете на других? Если тебе кто-то не нравится, он лезет к тебе в твою личную жизнь в интернете, ты вправе его забанить. Но ты не имеешь права ему запрещать высказываться. Вот в чем выражается свобода слова. Да. Немножко другое дело. Шуневич просто пытается оправдывать действия государства. Я понимаю, я вообще говорю, как нужно. Господа, смотрите, вот мы видели прекрасную, замечательную фотографию Шуневича в форме НКВД. Как вы считаете, если бы Шуневича вот такие же люди, как и он сам, поставили в форме НКВД на колени и пустили бы ему пулю в затылок, как бы он относился к НКВДшной форме? Уже никак. Вы пустили пулю в затылок. Так дело в том, что в 37-м же расстреливали вот таких Шуневичей. Да, тех, кто проводил коллективизацию. Вот таких Шуневичей, да. Причем их которые расстреливали в 32-м и 33-м году. Вот этих же людей, которые тогда расстреливали. Самое интересное было в том, что НКВДшники ставили на колени людей, которые были в форме НКВДшников, и они их сами отстреливали. Это было прикольно. Только Шуневич, видимо, слишком тупой, чтобы это все знать. То, что вот это делается сейчас с полицией мыслей, о которой мы говорили вначале, просто оно должно было делаться не так. Слушайте, я извиняюсь, тут реально очень хороший комментарий по этому поводу, по поводу стрима написали. Дело не продолжительность стрима, а что мы должны определиться. Либо мы говорим исключительно на тему новостей, и, соответственно, вот так и называется стрим «Новости». Они переходим на другие новости, ответвленные темы. Понимаете, о чем я говорю? Фридом, я скажу вот что. Он правильно говорит. Просто Фридом Беларус называть новости по факту, там... В Минске произошло такое-то событие, в Москве такое, но извините, это есть для этого телеграм-каналы, соцсети, то есть можно посмотреть где-то и узнать. Мы не просто называем новость, но и даем, так сказать, объективные комментарии от... Нет, мы просто отходим от темы, вот что он имеет в виду, мы постоянно отходим от темы. Мы, в принципе, мы обсуждаем новости. Просто стараемся более охватить полностью. Хорошо, читай новости, давай. Что ты зачитал, какую новость? Следующая новость. Про протесты. Радио Свобода представила там карту протестов. Здесь горача, як беларусы протестуют супраць забудову. И вот здесь карта. Жыхары могут спыніць нават державного забудовщика. И показаны районы, где больше всего протестуют и как. И как? Есть картинка? Да, это все показывается. Я открываю новость, вот она открыта. Минск и другие города здесь. Светлогорск, Гомель, Брест. Показано здесь наиболее горячие районы. Там же завод, в конце концов, в Бресте и Светлогорске там, да, получается. У нас пока завод еще не построили, так что... Строят еще. Ну, как по мне, это просто такое влияние в загончиках, потому что оно не направлено ни на кого. Вы, если собрались, так вы подойдите к какому-нибудь административному зданию, чтобы свои недовольства выразить напрямую, не обязательно всей толпой, чтобы результат этого какой-то был. Они просто покричали, ну, петицию хоть напишите, в конце концов. Вот это та причина, которая... Мы в Бресте уже давным-давно написали на петицию и против Лиса, и против как же его, этого тупого мэра. Мы написали петицию и против мэра, и против главы обладминистрации. А это нужно делать не единоразово. Не ответили один раз, второй, третий и так далее. А пока что это... Вот ну, тот же самый Петрухин, это будет инициативу, его никто не поддержит, толку от того, что он страдать не будет. Петрухин лжец. Я-то этого не знаю, поэтому я привел его в пример. Ну, нужно не... Понимаешь, Артем, тут дело в том, что он единственный, а альтернатива, он самый известный в Бресте, ну, блогер по факту, на слуху. И какой бы хороший, плохой бы не был, но у вас одна цель, по факту. Хоть даже вы можете друг с другом в каких-то моментах быть не согласны, но это факт. Суть в том, что мы писали петицию и против Рогачука, и против Лиса. Только никого не интересуют наши петиции, почему-то. Именно поэтому когда-то вот в свое время, где-то около месяцев 6 или 7 назад, я предложил вернуть в Бресте магдебургское право. И что сказали? Что на это ответили? Не поддержали. Ну, это очевидно. Чего стоило ожидать? Вряд ли кто-то знал про то, что мы получили магдебургское право. Артем, а что, на каком сайте вы петицию написали конкретно? Можно ли поинтересоваться? Change.org и Petition By. На Petition By ответили? Нет, не ответили. Странно, они же обычно отписку дают там. Не посчитали нужным. Царьки не посчитали нужным. Нет, они нужно прокуратуру, насколько я знаю, если не отвечают, подавать заявку. И чтобы они обязаны на эту петицию ответить. Вроде как. Поскольку у нас обсуждение как бы и международных новостей, интересная попалась новость. Казалось бы, ну какое она имеет отношение... Не, погоди, Кот, это очень важно. Ты это закончил. Я бы Артему там, не знаю, посоветовал. Нужно там после петиции, если не в через некоторое время не отвечает на нее, там можно прокуратуру написать по этому поводу, что они не отвечают на официальное заявление от граждан, насколько я знаю. Итак, попалась такая новость. Значит, в воронежской школе родителям, это в России, раздали памятку, что делать, если мой ребенок враг народа. Казалось бы, ну что такое, но это серьезный маразм. То есть под боком крепчает. Резонансное происшествие случилось вот в одной из школ Воронежа. На общем родительском собрании директор учебного заведения выступил с речью о тлетворном влиянии западных либеральных идей на умы подрастающего поколения и раздал родителям буклеты под названием «Что делать, если мой ребенок враг народа?». То есть в буклете описываются способы, позволяющие определить, попал ли ребенок под влияние марионеток враждебного Запада, и действия, которыми родители смогут его заставить отказаться от своих убеждений. В памятке родителям рекомендует запирать детей в своей комнате в дни проведения несанкционированных митингов. Ну, навальнят, видимо, чтобы не ходили к Навальному на митинги. Применять в воспитательных целях физическое наказание, розги, ремни, сухой горох, отнимать у них мобильные телефоны и блокировать детям доступ в интернет. Помимо этого, Пособие содержит список телефонов общественных организаций, преимущественно казачьих или религиозных, куда родители могут сообщить об убеждениях своих чад. Ну, чтобы их там, видимо, перевоспитали казаки. Короче, типа как с Павликом Морозовым, только наоборот. Родители должны подсматривать за детьми и стучать, если что. И сдавать их казакам на перевоспитание, чтобы их там нагайками хлестали. Ну, дальше, я думаю, продолжать смысла особо нет. Это как бы напоминает 37-й год. То есть мы уже скатываемся к тому, что доносы пишут уже враги народа повсюду. В соседнем государстве. Ну, это уже данные россияне скатываются и полный вперед, пускай скатываются дальше. Почему? Я возражу, потому что вот до этого Коза читал другую статью про Шуневича. Ну, Шуневичу тоже нужно будет прописать между глаз. У нас вообще-то, Артем, идет эфир, поэтому нужно осторожней. То есть с матами, с экстремистскими высказываниями, ну так как бы помягче, понимаешь. Не нужно сильно резко. Не, но я очень мягко, да, то есть если понимаю, Шуневич одевал на себя форму. На всякий случай предупредил. И вот, что тоже хотел сказать. У нас, кстати, тоже есть кое-какая фигня. Не настолько маразматичная, конечно, как там в России, но в некотором смысле тоже похожая. Например, каждый может настучать онлайн в налоговую, если знает, что его, так сказать, сосед дармоед, тунеядец там и прочее. Анонимные доносы онлайн. Раньше за это шоколадку давали, когда ловили тех, кто сдает квартиры там незаконно. Теперь шоколадки кончились, просто из вредности можно донести в налоговую. Ну, я вот могу сказать, сколько белорусов, вот новость экономическая, сколько белорусов трудоустроил литванецкие комиссии. За первое полугодие в комиссии обратилось только 4000 человек. Всего в стране создано 150 комиссий. Получается, что в среднем в каждую комиссию за полгода обратилось по 27 человек, или около 4,5 человека в месяц. Даже если не все комиссии работали с начала года, 4000 человек – это 1,5% от 239 тысяч безработных, зарегистрированных в Беларуси по классификации Международной организации труда. Какой смысл в работе 1,5 сотен комиссий, если они помогают найти работу единицам? Вот так как-то. Гениальный ход. Недавно старый вор Мясникович говорил о том, что у нас 600 тысяч безработных. Ну да. Ну они там мухлюют в этих цифрах конкретно. Кстати, а говорили, что в этом месяце 16 раз подорожал бензин. Новый рекорд. 17 в очереди вроде бы. Да, точно. Так, вот я немножко перебью. В чате здесь пишет человек, Диметриус, как попасть в этот, в чат. Хочет поговорить в чате. Ну, в описании есть ссылка на Discord. В описании есть ссылка на Discord, да. Он говорит, что вроде захотел. Вот он пишет, как беседовать в эфире. Тоже хочу. Значит, нужно обновить ссылку. И он пишет, заходил, а далее куда? Говорит, там просто час открывается какой-то и все. Ну, видимо, он чат имел в виду, да, открывается какой-то чат и все. Ну, заходи в там гостевню, мы тебе дадим права, ты зайдешь. И закинем на стрим. Можно не устанавливать программу, можно через браузер в интернете зайти. Мы тебя закинем на стрим. Лучше программу установить. Но если ты рассчитываешь стримить постоянно, то есть заходить к нам постоянно, общаться, в нашу группу вступать, то тебе лучше, конечно, установить будет программу. Кстати, да, вы репостите эти стримы, если которые ломаются. Если люди говорят, что надо помощь. Если отдельные стримы по истории, скидывайте, и понравится вам, скидывайте на вашу личную страницу, вы так пиарьте, грубо говоря. Да, или денежно помогайте коту. Ага, вот он зашел, видимо. Или, к примеру, можете... Если у вас будут какие-либо исторические вопросы, то вы их задавайте либо в чате, в Discord, либо в YouTube. Мы на все вопросы ответим. В Дискорде, безусловно, лучше, поскольку стримы достаточно короткие, и все вопросы разобрать там нельзя. Поэтому заходите к нам в Дискорд и беседуйте просто. Найдите людей, которые вам интересны, они вам все объяснят, расскажут. То есть заходите к нам в группу, Не бойтесь, разберетесь в настройках очень быстро, что к чему. Если вам не нравятся вот эти длинные ролики, на канале основном, втором, есть короткие ролики, там по 10 минут, 15, там максимум 20. Вот да. Их тоже можете Хочу посмотреть. Сказать сразу, этот канал, вот вы смотрите, маленький, здесь всего 82 подписчика. Это всего лишь стрим-канал, который был создан как дополнительный, после того, как у нас была заблокирована на основном канале функция стримов. Ссылка на основной канал есть в описании. Вы ее можете видеть. 23 октября у нас должна закончиться блокировка на основном канале, и мы будем стримить оттуда. Возможно, стримы будут идти через рестрим одновременно и здесь. Но там основной канал. Там больше всего подписок, и там, кроме стримов, еще есть и короткие ролики, то есть просто видео. Это стрим-канал, здесь только стримы, больше ничего. А на основном канале есть основной. Есть и не только стримы. Там все есть. И копии пока этих стримов. И короткие ролики, там можете их посмотреть, если вам интересно. Поэтому, если вы знаете, как помочь каналу, в первую очередь распространением ссылок, то есть рассказать друзьям, знакомым, что есть такой канал в соцсетях, где-то еще, скинуть ссылки, пусть подписываются, заходят, прекрасно. Принимайте участие. Давайте я вот зачитаю по поводу нашего малого бизнеса, как его поддерживает наше государство. Точнее, не поддерживает. Индивидуальные предприятия. И у нас еще кто-то говорит, что у нас капитализм. Это насколько нужно быть сумасшедшим. Во всем виноваты буржуи. Я слышал такое мнение от ватников. Да. Ну, Алексей правильно сказал. Нет, буржуи, в свое время, когда я учился на первом курсе, я сдавал экзамен по поводу системы белорусской экономики. То есть как она выглядит? Оказалось, что это смешанная система. По поводу этой смешанной системы, это капитализм самый минимум, а социализм самый максимум. Хотя это тоже просто высказывание наших политик. Мефисто, это можно отследить по соотношению, сколько у нас государственной собственности. То есть 80%, по-моему, предприятий в государственной собственности. Ну, 70 так точно. 90. Просто частично некоторые... Ладно, давайте я новость по этому поводу зачитаю. То есть экономическую. Индивидуальные предприниматели продолжают терять позиции на рынке. Так, в первом полугодии за ИПшников физических физлиц приходилось 11,1% от всего розничного товарооборота за этот период, а год назад было 12,1%. Удельный вес ИП и физлиц в товарообороте торговли в январе-июле к аналогичному периоду произошел год вырос только в Могилевской области с 9 до 10%, а в остальном регионах этот показатель сократился. При этом удельный вес ИП и физлиц больше всего в Гродненской и Витебской областях. 16% и 15,2% соответственно. Я даже могу скинуть телеграм-канал, откуда я взял это. Диметриус, нажимай на микрофончик. Есть еще новости, Кот? Нет, основные, которые я подготовил, я зачитал. Если у кого-то есть другие какие-то вопросы, то можно зачитать. В принципе, 2 часа прошло, можно будет о завершении выпуска. А потом продолжить в формате свободного стрима, чтобы такие люди, как Диметриус, которые хотят пообщаться, могли пообщаться. Или даже можно продолжить беседу просто офлайн, за пределами стрима. То есть, чтобы можно было высказывать мысли более шире. Ну, с моей стороны, можно быстро и заканчивать, потому что я, например, не ведущий, не журналист, я больше комментирую какие-то действия, поэтому... Ну, что я могу сказать? Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на второй канал, подписывайтесь на Discord канал, потому что там мы сделаем анонсы стримов, собственно говоря. И на Telegram канал тоже. Мы там за пару часов, за неделю там тоже анонсы стримов. Кстати говоря, с Артемом будет на следующей неделе отдельный ролик, если кому интересно. Артем там готовит материал там по одному человеку. Очень интересно, кстати, будет. Так что... Ну, мы поговорим, да, по поводу этого человека. А, вот Диметриус пишет, у него нет микрофона, вот в чем дело. Поэтому он не может говорить, он просто слушает. Ну, пускай хотя бы лучше так. Что ж, на этом, я думаю, мы завершим наш стрим. Всем большое спасибо за внимание. И встретимся в следующем эфире.